Ну, это Это нормально. классика, да. Не, ну а что, она вкусная, с клеем. О, бля. Сожрал, зато Ну да, кайфанул. почему нет, Но. блядь. Так. Собачий кайф, слышал, да? Где ты там, Сань? Да здесь, а здесь погрузился. Тра-та-та-та-та-та. О, а, нет, хуй-то. Мне почему-то первый сначала показалось, чтоб. О, скорость регенерации. Плюс 16. Это вкусно. Средний. Блять, серьезно. Что хочешь сказать? Это хорошо? Это плохо. Очень плохо. Я ж поставил. А у меня сейчас арт показывается, нет? А? Не, ничего не показывается. Все пустые ячейки. Охуенно, блядь. Ну ладно. Да, пацаны, у меня Милана клей найдет. Ну, гандошимся и можно. Окей. Окей. Там, смотри, у механа на талант. На хакерские навыки минус 20. Он атаку и с замками справляется, а здесь еще и хуже сделал себе. Ебать, ну он точно двери. Двери его вообще не пропускает, блядь. Но там либо просто ему выдавать эти. Блять, как это хуйня называется? Разъедает замки-то, блядь. Угу. Расплавитель. Расплавитель, да. Либо просто нахуй его схватить замков. О, я нашел. У меня будет супер палочки. Супер палочки. Плюс 38% яркости палочек. Охуенно. Урон турель, урон турель. Хакерские навыки, блять. Похуй, блять. Давно не юзаю. Что, у нас тут два Сереги, да? Слышь, Пир? Да нет, там такое. Не сказать, что он пулемет. Скорее, как винтовка штурмовая. Молокат, молокат. Какие у вас агрессивные оперативники с Пирочем? У нас-то с механом какие-то поспокойнее. Истеричка. Ну. Ну, по-моему, голову себе бьют, орут, блядь. А мы с механом просто руки разводим. А мы R7 V3 с первого раза прошли у нас в качестве артефактов 100. Да, там. Ой, яма, бля, гении. Ой, яма, гении. А вот B2, блядь, заметно хуже. C1 на 98%.
Да, блин, типа объективно здесь сос тупо из-за этих. Из-за без теней, да, баг. Первый раз на был, самом деле мы бы прошли бы. Конечно, типа если бы не вот этот залуп, блядь, типа мы бы уже давно проперлись этой херотень, блин, и все. Ну типа аккумуляторы ставить легко, на самом деле, если бы не баг с тенями, то да, на самом деле это реально изи. Ну чё он там, блядь? Ничего, я остынет сейчас. Ой, блядь. Чё получается у нас? У нас здесь в компании осталось ещё 5 шмоток, 6 шмоток. Типа, за закрытие компании 6-я будет каска. Ну да. Потом ещё R1 есть у нас. Да. R1 будет веселее. Да. Там без чеков. А, да? Да, да. Интересно. Да. Они типа старые компании запускают, которые типа вот R1. Они запустили, типа сказали, что чекпоинтов не будет. Нам бы хотя бы наши вот эти вот компании пройти. Да не говори, тут бы еще пройти. Хотя бы, блин, цешку закрыть. Но. Я не знаю, что будет в D, но, судя по всему, наверное, будет жестко. Меня пугает название E1, блять. Ну, я не смотрю туда. Так я низко не смотрю, мы не пали. Ты не смотри. Да. Так низко мы еще не пали. Ну, что там вообще говорят с ним по описанию этой миссии? Нас преследуют, почему она не может просто взять и сдохнуть? Все идет наперекосяк. Я уже где-то это слышал. Ну да, блять. Каждую катку, блять. А с баги с тенями уже сразу все идет наперекосяк, блять. До сих пор не понимаю, как мы так реально оперативников взяли и прошли с второго раза. Я вот тоже на самом деле, я просто когда мы... Причем с тенями-то мы вообще с первого раза прошли? Или нет, или со второго? Не, со второго. То есть мы сказали, мы уже типа давайте там в случае чего просто пойдем на R1 и бы еще куда-то, я не помню, куда мы там хотели пойти. И тут пойти. Хуяк пролезли, блядь. Ну, да, и тут хуяк, мы что-то отпиздили. Ну вот, да, и что-то хуяк, мы как-то отпиздили всех. Я сейчас уже думаю, блядь, это что-то как-то легко. А у меня у одного пирыч без жилетки. Ну, типа, оранжевая жилетка и сумки в воздухе висят. По-моему, я, нет? Да, у меня все норм. Это, по-моему, я без жилета, нет? А, да-да-да, Вань, у тебя, да-да-да. А, да, это кинь такой без жилета. Типа, я могу поставить с жилетом, и у меня есть без жилета просто вот эти сумки. Дурно смотрится, да, что сумки как-то без, да, этого. Мне тоже как-то не нравились, на самом деле. Типа, я могу переставить? Да, верни жилетку, ну, блин, типа... Во, это... вот так вот, типа. Ну, во. Хотя сумки, блядь, кажутся не в воздухе висящими, блядь. Ну. Мне тоже сначала не нравились. Но у меня другого жилета не тот самый начальный, блядь. У вас он. Бля, а мех какие-то. Не, у меня разные. Вообще этот. У меня вообще жилеток нету. Ой, типа сумок. Да? Ну, видишь, да, типа у меня типа. Типа, у меня жилет вообще без сумок. А чё, вопрос там, типа, вот эти вот тени, они появились с механа дома и сейчас ебут его по очередям или что? Ну, походу, блять, что-то не ясно, блять. Типа, пока очередь не закончится, до нас не дойдет? Ну, позвал всех ебаться, блять, сам съебался. Ну, вообще не по понятиям. Пошёл дрочить, блять, ну. Ну. Ой, блять. О, обучение. Пройдем, ребятки, обучение, блядь. Нихуя не знаю. Я уже проходил, кстати. Что-нибудь новое рассказали? Чисто порохнул. Да не. Там, по-моему, с закрытыми глазами уже пробежать можно. Да, да. Типа, там, я помню, был момент, типа, знаешь, 4 вот этих вот пря сидели, один вдалеке, трое близко. Мне такие, знаешь, типа, говорят, а иди, я пиздани одного, и обойди этих троих, и иди дальше. Я пошел всех ебанул. А я что-то с некоторых пизданул, блядь, и пошел дальше, а этого одного оставил. Так, отличные по плану истории от Ивана. Все, мы стартуем? Да, блядь. Конец-таки, блядь. Простите. Мы уже решили, что позвал всех ебаться, а сам ушел дрочить. Ну, где-то так это и было. Ты 57? 67. А, 67. У меня 60.
лох. Понятно, да. Короче. Кто все так прокапил? Помощник! Сейчас же будет 2 года первый раз загружаться. Ну. Угу. Нам бы, да, первого чекпоинта дойти. Да не, первый-то ладно, типа, чё? Ну да, не, просто начало жёсткое на самом деле, горячее такое. Ну слушай, в прошлый раз мы вообще не напрягаясь, по-моему, зашли. Первый. Не, по-моему, там перчи положили и нас след, по-моему, положили. Ну, один раз, да, упали, ну, блядь, команд, один раз. Потом легко, на самом деле, сделали сам. Короче, я предлагаю генераторную вообще не трогать, только по необходимости. Под конец оставить все патроны, куда мы тащим все батареи. Ну, давайте так и сделаем. Типа, я не знаю. Мы просто ее высушили, и у нас наконец нихуя не осталось вообще. Типа, пробовать. Ну, так как бы надо халдить ресурсы. Да, да, да. Типа, стараемся, блядь, по минимуму. Да мы, ну, вроде уже знаем, где самое жарево, будем там. С этим началом, понимаешь, это очень тяжело. О, мина. Мина. Отлично. Так а чё, блядь, я не знаю, типа, а чё с миной, блядь? Типа, если ты задрочишь дверь, она, по-моему, не закрывается же здесь, первая, но... Нет, здесь не закрывается ничего. Ну, типа, блядь, просто мину тогда оставлять надо на ту ситуацию, где есть, блядь, дверь. Я думаю, оставите, у меня здесь амапак. Давай, возьму. Я взял уж пох. А, я думаю, знаете куда? Типа, помните, где они там долбятся в дверь первую? Типа, оранжевую. Когда мы идем к терминалу первым. А, думаю, там понял, поставить. Да, 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 где месиво, да, сразу. На что, да, 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 думаю, там поставить. Ну да, кстати, можно там откнуть. Там, типа, их там-то хрена, почему бы и нет. Подвертку бахнет сразу нормально. Но... Че? А давно здесь появилась эта... Че? Вот эта дверь? Да. Давно она здесь стоит. О, с самого начала, да. С самого начала здесь стоит. Просто сюда не заходил. А, я просто сюда не заходил. Окей, окей. Где там модная палочка? Я такой, типа, я ж нифига не обновлял. Уи! В смысле, блядь? Это все 38% яркости? Наебали. Наебалово какое-то, ну. А, мы все взяли? О, распылители здесь. Это для механа, там минус 20 хакерской. Его к дверям вообще подпускать нельзя теперь. Угу. Между прочим, я одну дверь вскрыл. Так повезло, блядь. Рука сорвала, блядь, нажал, блядь. Ну, либо пиздишь, просто расплавитель заюзал, и все. А если пока базарили, либо так и не нашли. Медипак. Все, взяли все. Ну, у меня ама, здесь медик. А этот. Взяли на турели-то, нет? Да, 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 у меня. А, ну так, да, все. Ходит по основным ресурсам, не основные остались артефакты. Ну я здесь слабый нашел. А, ну тогда, наверное, все. Твою мать. Ой, хорош, хорош, хорош. Сколько там? Хорош. 12%. Нормально, нормально. Все кошерно, блять. Не тратим ресурсы, зайки. Не тратим. Я сам потрачу, да. Да, да. А че, думаешь, здесь поставить пир? Я там поставил. Не, ебанятно сам. Не-не-не. Ну, чё, только тебя, тебя не жалко. Переставлюсь, чё там. Если что, у меня пистолет наведен на твою голову. Всё? Да. Да-да-да. Вниз. Это уже. Большой! Я вижу. Убил. Еще один большой. Кремень что-то вагон. Что они внутри? Да. Что они внутри зоны? Сань. Бля, я? Сорян? Да, очень плохо. На большого засмотрел. Сильно долго на большого смотрел. Сейчас пойдет уже это. Да. Вверха. Все, побежали. Бежать. Подпрыгиваем, чтобы меньше было заражений. Давай.
4%. Что у тебя, ХП? Да. У меня прям неплохо так понапичинило. У меня еще есть подозрение, что кто-то из нас попал. Давай, короче, назад. Я потащу. Идите кто-нибудь за задом. Да там тролли работает, все нормально. Помните, я сказал, что все нормально? Да. Как? Нормально? 5%. Сейчас лягу. Стою сзади. Стой за нами, в общем. 28. Под нами. Наверх. Я сам. Ага. Блять. Положили. Все. Положили? Да. Вот где? Торговал ебалом. Давай быстрее. Блять, отодвинься, ёбаный. Говна кусок. Меня теперь нокнули где-то в углу, говна кусок. Где ты, блять? Лежу. Подним... Прям. Да, ну мы сейчас здесь все. Да, все. Блять. Хуёво, проебали арты. Индок сели, блять. Ох, блять. Эти арты, блять. Так, прогрели попу. Все, поигрались. Теперь идем в чистую. Вот он набрали там артефактов каких-то. Есть усилители. Ну. Нет, ну, объективно это было быстро. Да. О, потенциал усилителя средний. Угу. Ой, как лагает. Вообще пиздец. Вот он бы вот это будет. Не крути мешкой. 2 FPS. Не, крутишь вообще 2 FPS. Но. Даже меньше, чем 2. Типа так хотя бы держишь 20-ка. Даже до 60 его дошло. А, ну все, уже отпустил. Все. Типа. Камон. Да. Кого ты? Это все потому, что снайперская турель. Лапа, пулемет. Изи бы выпустили. Она сюда большая клешня, что ли, притаскивает? Не, это у тебя клешня. А, я забыл, что мы не в доте, сори. Ама взял? Ага. И хуже сразу турельку. Такой, что думать. Я бы, правда, не туда бы поставил, на самом деле. Нашел ксенон. Ама пак взял. А, и у меня турефил здесь еще. Ну и все получается. Да. Основное все собрали. Расплавитель на метке. А че? I'm a medic. Подожди, а где этот? Да, вот у Вани я иду туда. Ага. Все взяли. Я бы это, турели бы на самом деле переставил, Мих, в твоем месте. А чё? Так мобы оттуда, они все бегут, какая разница. Тогда, смотри, вот если наверх сюда поставить, они же все равно отсюда идут. Будет куда больше профит, если тролль будет здесь стрелять по ним. Ты имеешь в виду, что сразу? Они же... Ну, ну типа, да, на старте, потому что они потом наверх туда, вот направо побегут. Ну да, кстати. Типа, какой смысл тогда от нижней турели будет? Поставь ее на вход прям, на ворота. Ну. Не-не-не, туда прям на дверь. Не, это нормально. А, тут нормально лучше будет? Дверь. Не, вот у которого Миха, это, а вот пир я бы туда поставил. Прям на дверь поставь на вход, да. Вот здесь вот, короче, блядь. Вот сюда бы влепил бы, да и все. Вот здесь. О, по яичишкам сразу отстреливал им. Да? Больничек. Пусть развлекается.
Что, собака, заперли тебя в комнате? Все. Дело-то кусок. Зачем ты в зеркало смотришь, что такое себе говоришь? Ну че, если готово, пока погнали. Не можно. Все здесь? Да, ну вроде да. Все, вот там, бля. Так, вот сейчас было очень плохо, что кто-то не стоял. Ну я не попал, да. Я, блядь, насмотрелся на большого в прицеле. О, пошло. Бегут. Мелочь. Дальше ёбнул. Все стоят. Так, дай кисел все равно двери. Наверх, резко. Беру дробу в руки. Дайте мне впереди быть. Давай. Чтобы я стрелял сразу. Большой идет. Большого бейте. Винит голову. Большой идет. Близко. Все. Наверх, поднимайтесь. Да. Встать. Стоим. Блять, кому-то дал. Сбоку, блять. Ай-яй-яй. Кому прилепил? Да не важно. Там разберемся. Все равно ты мудак. Наверх. Встаем. Левку и лево. А ну что, дернулись. Блять. А, по патроны кончились, серьезно? Ты быстро кончается. Да, наверх. Лестница. Идите к центру. Не понял. Центром стопудово сейчас пойдет. Да, да, да. Два летуна вижу справа. Минус один летун. Блять, второй ретун, так. Минус. Сам. Да. По патронам все очень плохо, парни. Да. А, перча мало. Так, ну я АМ-1 съедаю. Мне на снайперку надо. Давай. Так, кому еще? Еще два заряда есть. Да мне тоже один, потому что у меня пулемет уже в ноле. Давай. Ну и перча, ручной пулемет тоже в ноль. Перч. У меня еще есть плюс-минус. Так, Микки. У меня еще есть на три патрона для кого-то. Один голову, еще два для кого-нибудь. Нет никто. А, ну это вот. Да, тут здесь вообще никого нет, да. Пишу, дядь. Так, ну мы тогда не будем здесь листать все сразу или что? Ну да, по-хорошему поставить. Можно тогда просто на самом Ама деле... Чекните? Это... Ама чекните? Ама взяли. Ама 4 забрал. Ну Ама и все, взял? И хорош. А, ну все, тогда погнали к дверям, что? Остальное это. Что, блядь, на Сионе? Я тоже могу на Сионе. Тут еще на 2 есть. На масс. Вы смотрите по углам эти. А ты, ну. Вот тут еще один амопат. А потом соберем, Вань. Понятно. Не, я просто понятно. Говорю, что да, типа. Тут понятно, тут нормально, лута. Типа, значит, пошли. Пол рефила, просто вагон. Тут трое слева, один справа. Здесь... Так, убираем. Да. А, это там, где сейчас большая комната с хуя этими. Ну да. А, они внизу будут, да. Да. Тут же внизу все. Ну мы могли на ножи взять. На самом деле да, могли. Главное потихонечку. Один перед нами. Слева. Сагрели уже. Вверх. Проект ставь. Как это произошло? А чё? Турель просто его! Бил? Я стараюсь копьем работать. Турельки вообще не цепляют. Турельки да. Вообще не цепляют, да. Не добил. Бил еще. Так, все, проиграли, хватит.
снизу. Она здесь, нет. Одна с... Она здесь. Что да, да. Прорядил? Близко стоит, не цепляет. Ну, она, да. Типа. Да, блядь, не дергайся, нахуй, мразь. Одна? Ай. Чё эти? На ножах. Все. Приняли молодых. А здесь, по-моему, только арты, да? Две зоны впереди, только арты. И расплавить. Ебой. Это новые палочки. Два... Для тебя вообще два полезно. Два ксиона, блядь. В одном ящике. Ништяк. Давайте все просто их возьмем, будем чисто по кайфу ходить. Еще один ксион. На дырняк. Просто, блядь. В две руки можно, полный, блядь? Полный рот. Ну. Так, еще локер. И не поверишь, палочки. Огонь. Не, поверю. В это легко поверю. Так, ну я правильно помню, как бы. 147 тоже. Ни черта не было. Еп. Трое это... прямо, один, двое слева. Фонарики минус? Да-да-да. Ага, понял. Я беру за... право. Левым. Давай, бери. А, здесь трое, подожди. Да, там трое справа. У меня двое, стоп! Блять, ага. Вы сагрили уже. Да. Быстро убиваем. Добить? КБ. Хорошо. Зарали. Нет, еще бежит, еще бежит. Че бежит? А он один. Больше нет. Вообще должен был быть? Нет, 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 нет. Так, маленький это все. А с чего не сагрили? Я помню, что с тобой. ХЗ. Что-то резко как-то. Причем второй раз уже сагрили так. Оооо. Показывал. Один раз. Там показываешь, блядь. Пить свою маленькую. Опа. Смотрите как надо. Опа. Смотрите как надо. Встал, вышел. Я это решу, ребят. Я решил это. Пачка перед нами. Оп. Прям плотно. А это с большим, да? Да вы чё, блядь? Чё происходит? Почему агр? Посветил кто-то. Я не светил. Я наоборот вырубил его. А лезет пипец. Да, лезет пипец. Блядь. Отходим, отходим. Бэк. Да-да-да-да-да. Закрой дверь, подожди. Хуя дверь закрывать. Там. Сейчас они порвутся, чтобы поближе сократить дистанцию. И чё, и мы сейчас просто бачку будем отстреливать? Да. Трабай. Да, выходит так. Очень легко и быстро. Да, здесь он... 10% хп. Мне 5 было. Хотелось бы сказать, что он регенишься. Но, к сожалению, не до полтоса. Светящиеся палочки. Ищи. Чтоб говна получить. А кто по итогу-то фонарик не вырубил? Да хуй бы его. Ирыч или Мик? Слушай, у меня был фонарик, но я его вырубил. Никто не двигался. Просто внезапно они стали красные. Ну, потому что они за фонарик агрятся. Нет, так понимаешь, ну, они нет, как-то... Нет, не так быстро. Да. Они реально как-то агрессивно агрятся. Типа, либо пульс, кстати, они... у кого-то был. О, либо пульс. Вот, что тоже может быть. Типа, не обязательно с фонаря. Может быть, просто на пульсе. Что это у нас? Проёб. 148-й. Вот 148-й уже лоб был. Ну, идем тогда. Да? Открывайте. Бачка справа, один слева. И один прямо где-то. А, понял. Слева. Вижу бомба. Слева. Заберу. Стоять? Вот что, стой. Блядь. Вот что это такое? Это агр моментальный. Я хуй знаю. Что такое чувство, что он на пира? Тихо, тихо, тихо. Я стоял на месте без фонарика. Ничего, ничего не делал, я в косты. Так, подожди. Сейчас, вот давай сейчас. Блять, там пачка. Вот, же. вот, просто инстагр. Не, ну потому что тут-то ладно, тут нормально. Сейчас, подожди, вот давай на центральном посмотрим. Давай. Вот, стой просто, подходи. Стоять. Блять. Пизда. Заорал. Да, сагрил. Заорал. Я не знаю, они агрятся очень сильно. Не, их немного. Нет, тут немного, да. Да. Где? Так, а снизу? Тут
что-то даже с условием агро все еще нормально идем. Хорошо. Ну, могло быть и лучше, но да. Нет, да нормально в целом-то. Типа, объективно мы медпаки не юзали, а, блядь. Ну, тогда, тогда. Проходим потихонечку. Антидым. Так, подождите, а мы же здесь еще не забрали тут ничего. Вот антидым здесь, вон, две штуки еще. Одна точнее валяется. Палки. Антидым забрал, наверное, на 4. Я тоже на 4. А еще есть? А, по-моему, вот здесь. Вот так, здесь, а что, так. Через низ пойдем, нет? Можешь. Вот же эти. Дальше большие. Большой будет, по-моему, нет? З. Да, это, по-моему, это уже, по-моему, как раз уже к большому, ну. А подождите, а сверху это у нас там, где вот этот локо 150, а снизу это прям туда к этой, к терминалу, да? Если я не ошибаюсь. Блять, честно, блять, два дня. Подожди, ты путаешь первый проход со вторым, Сань. Да? Да. А, ну может быть. Дали. Сань, ты взял антидер, да? Нет, я спрашивал, где? Да, мы же пинганули там. Окей, взял. Все ебало в антидыме, пацаны. Двое сразу. Ты на 20. О, я не на 20. Фонари тогда? Фонарики вырубили или смотрим? Вырубили. Двое... Подожди. А, ну вот они, двое прям сразу же. Беру дальнего. Давай ближнего возьму. Давай. Идь. Хорошо. Окей. Левого. Два слева. Два слева. Беру правого. Два слева. Подождите. Не проснулись, не дайте заорать. Следующего. А, это труп, блядь. Блядь, это пидорас. Труп. Вон там вот, еще там. Есть. Подожди, там сколько? Один. Вот это что за ага? Ну потому что он с ноги залетел, ему въебало. Что ты? Да не, но все равно это слишком быстрый ага. Чувак, он прям объективно быстрее обычного. На секунду точно. Ну, хз. Посмотрим, ну как бы. Ну да, есть еще такое давай. Подозрение. Небольшое. Что? Так, а здесь раньше был один предмет. Они в С? А Б? Вот здесь был, вот буквально вот это хрень. Ну, вот тут сейчас антидым. Да. Здесь. Конечно, но антидым весело, но тут как это бы... Повезение. А, подожди, вот локер еще. Того не видно. Мне кажется, это повезение, нет? Давай, не. Давай. Локер, блядь, у него. Да ладно. Блядь, я слишком рано отжал. Че, пацаны, фотоете? Вот он. Амапак на 2. Надо зарядиться. А, давай. Че, кому раздачу? О, у меня все плохо на самом деле. У Вани очень плохо, да, Ване надо. Да, Ваня. Ну ты с карабином побегаешь, Миха с винтовкой. Ну типа, у тебя слот пустой получается был? Пока оставь. Да, пока оставлю. Типа, у меня один патрон есть на этого. Но у нас же, по-моему, не будет, да, эти? Сейчас дефать надо будет, там надо заряжать. Вам надо. Да, будет, да. Но мы сначала заходим, как бы все выносим, и там заряжаемся. А там нет никого? Ну, есть. Вот я имею в виду. А это небольшой? Нет. Здесь пачка прям. Четыре человека. Я вижу трое. Да, вижу. Двое слева. От нас прям. Вот что он, вот смотри, он. Не, это нормальное поведение. Типа тихо. Оп, стоп. Ага. Берите двух. Так а вот он прям слева от нас сразу стоит. Типа если мы. Не торопись. Тихо. Сейчас заорет. Все, поехали ломать ебло. Да. Я еще не заорал. Заорали. Нет, бежит. А, пачка. Бэк, Вань. Да, это он. Прописал. 3%. Меня положили там, давайте сами. Хуем, блядь. Я не успел убежать. Ай, меня кто-то шотнул. Вы потому что скачете как эти перед собой. Так, я дверь закрою, поднимай, Михана. Я стою с дробашом. Ага. Что тут, блядь? Модно осталось. И это даже не Ваня. Нету никого, все. Че, брат, как дела? Нормас. Лежится, блядь, охуенно. Водичка хорошая? Да.
Cooldown. Да, я думаю, нам как-то по стелсу, вообще не удается. Что-то агрятся дико. Типа все встали, ни у кого фонариков не было, он все равно... Слот есть? Нет. Не, у меня на два есть. Надо прожиматься уже. Да. Так, давайте... Себе, если у нас там все равно на 4. Так, Сань, подожди, давай сюда. Пачку по разу, да, залей, пацан. Держи. Так, сейчас. А это что, на деф, да, будет? Да. Да, да. Так. Миг, подойди. Я патроны один сожру, последний. Так, и пир. Сюда, ну все. Чё по Патрикам? Так, подогреваю. Есть? Да, 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 есть, есть. Подогреваю. Да, хотя бы на раз. Два остались. Постараемся выдержать. Если чё, кричите, я вас прямо во время заруба. Окей. Здесь нет больше ничего? Я кемратурой. Вроде как. А, сейчас листану. Чё? Он написал 5-0-5-4-1. Не знаю. Ник, я понимаю дальше, но перед этим это странно. Сосай. А, это сосай. Бля, ладно. Ну все, мы локу внюхали. А мину я думаю, раз не нашли, да? Да. Чего? Мину не нашел в этот раз? Не, она там типа, ну, 20% то, что заспавнится, поэтому. Вот второй раз нам тупо повезло. Так, а че это? Это же сеткой, да, по-моему, будет? Да, это кластер. Да-да-да. Я также наверху тогда танцую. Так, подожди, ну, давай еще раз вспомним, что мы делаем дальше. Что мы делаем дальше? Мы хватаем батареи и тащим просто в лоб, блядь, домой. Все, мы идем сюда, мы прыгаем, заходим и прямо. Да, просто по прямой ебашим. А, типа, да. Окей, вставайте, вот эту дверьку только, блядь, вопрос открыли, не открыли, блядь. Какую? Вот это. Нет, она закрыта. Так вот, вопрос там, я вижу, что он закрыт, а вопрос, есть ли там замок. Вот это да. Ну, давайте посмотрим, зачем. Да ладно, чё. Да. Распылитель есть? А, не, распылитель нет, не упал. Ладно. Да я открою, парни. Да нет, там, скорее всего, обычная, если обычная, просто ногами выносим и все ее. Нахуй, блядь. А, ну да, кстати, это будет быстрее, чем я. Конечно. Все здесь? Да, да, да. Стартуем, парни. Смотрите за хпшкой, парни. Да. У нас, правда, медиапаков так, больше будет. А мы изначально закрытые держаем для эту дверь? Чтобы жопу порвать скоро? Да, скорее всего. Порвало? Ну, да. Первые пошли вниз. Идите вниз. Там не команда ли сейчас будет? Нет. Команда. Командная одна. Все, прошел. Опять вниз выходит к вам. А, вижу, вижу, вижу. Опять сетка. Ой-ой-ой, какая плохая зона. Так, я пошел свои делать. Я сейчас трель ебнет, нет? Нет, прошел. Пошел. Тоже бегу наверх помогать. Сверху прошли. Ага. Отлично. Еще одна будет. И опять наверх ползет. Да-да-да. Где она, блядь? Ебать, она далеко опять ушла. Сетка. Да, терпите, давайте, за находим. Давайте, давайте. Теперь куда? А, ебать, у нас здесь, Саня, у нас на втором этаже. Чек у нас здесь. Да. Они сверху идут. Не, сверху, снизу. Еще волна будет. Да. Прошли. Сейчас будет волны, цепи. Тролли подымаем их? Подожди, сейчас волна будет еще. У него пустая. Нет, датчики работают. А, нет, у него пустая турель. Бегут. Да, снизу идет. Пачка. Ой, ебать, там волна. Так,
чуть не успели, блядь, до второй. До этой волны. Сзади еще у нас, блядь, да. Да. Да ёпта, нихер. Все, у меня нафиг. Плама есть? Слышу, Ваня, иди сюда. Ага. Стоять. Да. Стою. Так, Ваня, ну, он первый спросил. Все. Неси говно. Хватайте. Сейчас, по-моему, у них будет ничего, нет? Дым сейчас. Сидор, ты тоже хватай. Да, 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 у меня патрона мало, да. Первый Сидор. А, здесь. Взял. А. Ну, то у Вани вторая, у Вани вторая мех. Да, все, погнали. Как у него Патрик есть, у меня типа вообще какие-то... А сейчас никого не будет здесь, это же первое, первый терминал. Да, они на не втором. Было никого. Не, они на втором. Не, на второй волне будет, да. На второй? Да, 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 да. На первой не было, на первой тупо дым. Начал. Да. На первом так чисто предупреждение, что нам конец. Да, это чили на расслабоне. Да. То есть, если вот как раз таки на первой мы въебали все, блять, в прошлый раз. До 15%. Потому что мы пошли двери ломать еще дальше. О, ребята, тут просто взломано, все нормально. А, ну окей, тогда. Так, Little Bit. А, пацанчики порвали. Самую малость. Ходим через жопу механа, такую же порванную. И такую же большую. Сбоку идите. Уже потихоньку поднимается парни. То нормально. Ну, если подпрыгивать, то меньше будет заходить. Тогда это, слышишь, вы пойдите, сами в дым идите. Не иди. Вы сами в дым не заходите. А у вас есть на тебе дым? Просто киньте. Да, у меня там есть, так, да. Так нахуя тратить? Типа, я не думаю, или там дохуя нахапаем. Слушай, здесь вообще все чисто. О, так что вперед. Ну, типа сами просто вниз не спускайтесь, что если же... случай чего да. Это. Не нахабатать. Не, все нормально, все нормально. А, чисто. А, здесь настолько да, чисто. Да, здесь вообще изи. Ага. Красота. Все, защищайте. Ну, нахуй нам эти артефакты нужны, блять, правильно? Вообще для лапу. Зашили. Достаточно одной, и он уже утягивает дым. Не, я просто вторую поставил, типа. У нас еще можно. Здесь в этой зоне три амапака. Два медипака, два турифила. Три медипака, два турифила. А, ну у вас всех потрехаёбил. Нам нужен турифил. Найдите турифил. Да. То есть мы сейчас отсюда только Таурифил забираем, да? А, нет, еще амочку надо амапак один забрать. А, точно. Амочку? Но амочку я видел, я могу взять одну. Да, бери. Есть? Да, бери одну. На два раза есть. Есть еще одна на два. Блять. Если что. Ты на два на самом деле, это говно. Да. И Таурифил, вот он, на три раза. О, вот это хорошо. Тут надо взять и сразу поставить. А, здесь еще один Таурифил на четыре. Да, там много. Вот на три мех подойди к синей метке. Сейчас раз на тебя. Точнее, два на тебя, и раз на тебя прожму. Так, а мапаки прожмем или нет? Или потом? Ну, просто вообще, как бы, кто пустой, надо да. прожимать. Кто пустой, надо прожимать. Мне бы, да. Мне бы тоже патрончиков. Четыре патрона. Я... Прожми. А еще одну возьмем? Или не будем брать ама? А что у нас дальше? Какая зона? Идите, посмотрите, какая зона. Вторая, ну там тени. Да, вторая это с тенями уже. Да. Нет, это понятно. Так, я взял лампочку, короче, на двойку. Я про цифры не скажите. Да, что у нас там есть? Блин, а если они так агриться будут, мы большого вообще не заберем. Ну да. Он у меня есть. О! Кто паркур? Перыч, ну у Перыча 20 было. Да, 20 хп, блин. Ну, можно. Ну. Цифры, парни, цифры, кейзон дальше. Да, блядь, сейчас пойдем смотреть. На, ты думаешь, я... 151. Первая там уже? Первая. 151. Амопак, медипак, тулрефил. 152. Балкхэт, тулрефил, медипак, амопак. 153. 153 только цело. Ну, короче, у нас по два всего. В целом, ну, я хз, можно будет на месте набирать. Нам медипаки нужны перед тенями. Давайте возьмем здесь один большой. И у меня есть слот. Ты пингуешь? А что там? Он блять. Тут один или нет? Нет, тут их много еще было. Да, надо пингануть. Медипак какой-нибудь пингани. Окей, сейчас. Тут на 4. Что там у нас? И 150, вот. Да? Все, Миха на 4 нашел. Я взял 4.
Все, огонь. Ну, все, погнали. Сейчас бум говна есть. Эта игра осознана для того, чтобы говно хавать. Так, ну что, первый чек? А там нету этого... Санька, посмотри, просто. Кого? Веник. Есть? Прям перед нами? Гуляет. Давай. А, так, фонарики. Может, прям это, запеним оно? Ну вот я думаю. О, а он внизу. А мы не дойдем. Там много народу. Вообще, да. Да. Плекс. А может... Подождем, пока он отойдет подальше и вынесем. И шотнем, да. Да-да-да. Шотнуть его? По итогу. Но он один же здесь, в этой локе. Веник, да. И пачка мел. А, не, вот, кстати. Подожди. Там дальше. Ну дальше. Дальше, это в другой зоне. Ну давай, я уйду, ну блядь. Разложился. Фак на раз. Встречающиеся палочки. Огонь. Так, и все, а следующий уже в следующей локе. Ну да. Так, ну вот это уже к большому. Я тоже перепутал. Или нет? Почему? Это как раз ко второму вину. А, это ко второму вину. Да, к большому. Да. Так, что у нас? Ну трое перед нами, чуть-чуть подальше. Вот они сидят. Там еще четвертый. Ну как бы, теории мы можем попробовать их разъебать. Если теории, только, да, давайте аккуратно. А мы с чека, да. Мы поиграем. Да. Я могу вот этого дальнего взять. Право, право бери, право бери. Лево бери. Следующие разогрелись. Ну, ладно, быстро. Меня положили. Гном, 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 отойди, отойди! Все, разбудили гнома. Бэк. Сейчас пробегут, подожди. Ваня, поднимаем? Они там сзади сейчас будут. Хотел твой иметь. Да чё за хуйня-то, блядь? Да это Ваня. Дёргается, лежит, блядь. Сзади! Да, бежит сзади! Ой-ой-ой-ой. Мне поположу. Допустим. Пацаны, посейвили ресурсы. Тяжело идем. Да, блять, на самом деле нет. Зайки, мы каждый раз, в принципе, у нас не было идеальных проходов. Да, нормально. Нормально, да, все, идем. Подойди. Полрефил на тебя пахнет. А, светящиеся палочки, блять, открывал, охуеть. О, это то самое, парни. Да, да. Где пацаны делают? Подожди, тени же на третий, да, получается? Не, они дальше. А, они в конце этой, да? Да, да, да. Второй. Мы все еще не взяли 150-й медипак пар. Что-то где-то недоработано. 150-й? Да вот, он уже открыл. У меня есть ход, я возьму. Ну сколько он там? По так, патронам, ну чё? По патронам у всех какое есть? Себя? Ну, у меня плоховато. Ну, типа, хватит сейчас замес? Или нет у тебя сейчас совсем? Ну, типа, 20 патронов на винтовку. Не-не-не, ему надо, ему надо. Да. Типа, на самом деле, плоховато. 5 пистолетик, это 15%, нахрен ты его взял уже? Потому что он какой наносит урон? Так а толку-то, блядь, здесь много, дохуя мобов, блядь. Готовьтесь. Он... Сейчас сразу будет. Я по дальним буду. Минус один.
по большому пойду работать. Все, большого есть теле. Все, все. А, там еще один дальничек. А чё два больших? Скажите мне, блядь, какого хоя, блядь? Не знаю. Что за наглость? Ну, какая-то... шутай! Молодец. Хорош. А, ну вот здесь начинается зона. Ну, вот это вот. Теней. Тебя опять что-то ёбнули? Ты чё, брат, приуныл? Хоть говори, когда тебя ногу. Вы в чате видите, что он, блядь, пишет? Не, мы не обращаем внимания. Вообще, не, типа на него не смотришь, блядь. Ну, на чат прям, типа, это... О, Мих, давай, покажи. Давай. Мастер хуяслас. Мастер-класс. О, вот так вот именно. Хорош, блядь. Если мобы агрились через стенку, нас бы уже положили, блядь. Так, а чё, мы всё-таки через верх пойдём, зайки, или через низ? Не, надо через низ. Тут две лодки, всё нас закрывать. Один прямо, левее, чуть левее, один справа прям там сразу. Есть, и там за углом почти. Поехали. Там да, почти да, есть. Да, да. Сразу большой. Большой, сразу большой. Ай, он один стоит. И вот здесь, подожди, справа есть? Подожди, подожди. Нет, не увидит. Все, тихо. Сейчас еще. Потухнет? Давай. Не, подожди, да, дай потухнет. Как потухнет? Погнали. Да, да, да. Голову отбил, добивать. Хорошо. Отлично. Все тихо. Вот здесь. Это минус один большой, а тут еще два, по-моему. Оп-оп-оп, стоп. Видите? Ага, вижу. Что там? Там какашник был. Там? Обычный. Вон он. Дальше? Я его шотну. Давай. Только не мешайте. Давай. Пускай потухнет только. Не мешаем. Хорош. Что там дальше? За углом что-то есть? Вот что-то слышу, но не вижу. Они над нами еще, не забывайте его. А, да, точно. Оп, вижу в углу одного. Так, давай, давай. Где? Стоп. Всем стоять. Всем стоять. А, это эти теневые. Да. Там двое. Двое. Убил обоих. Хорош. Подосрался. Так, ну что, потихонечку наверх поползли. Вообще внизу есть же. А, ну ладно. То, что они внизу есть, это классно. Ну, я внизу, кстати, уже больше не видел. Не, там же дальше есть прохода. Там дальше. Ну. А, окей. Ну я наверх пошел, это все. Ну окей. Наверх так наверх. Пока поверху тишина. Оп, у меня. Стоять. Стою. Стоять. Да я. Угу. Yep. Угу. Где-то типа большой еще должен быть. Почему? Один большой на локе. Он один раз всего два раза. Не. Гибрид был. Гибрид же был, да. Круглоголовый. А, да, точно. Значит, ищем. Тихо. Слышу, да. Он где-то под нами. Внизу. Тихо. Стоп. Да, он под это нами. Под нами. Обратно идем. Стоим. Тихо. Сильно волнуется. Да. Тихонечко. Помаленечко. Ага. Потихонечку. А где здесь есть? Оп, есть. Вижу. А, вижу. А там двое, нет? Там двое, да. Двое и один слева как раз таки, скорее всего, большой. Бля. Ну давайте маленьких потихонечку. Тихо. Большого, второго, дальнего. Разбудил. Нет. Дальше стоим. Там. Стоим. Все окей. Все. Вот слева а здесь. А если башка, может, внизу. Подождите, может я запеню его, если да нахера он, блядь, если он и есть, то он тут уже буквально их 1-2 осталось. Вот вижу. Кто? Не знаю. Это маленький. Это маленький. Стоп. Тихо. Это маленький дальний. Я его несу. Давайте. Еще дальше по прямой. Да. За стенкой вижу. За этой. А, у нас еще там дальше есть, типа, другая комната. Не, ну вообще как бы вот. Вообще вот здесь были большие два. Да, ну в этот раз биба. Но он, скорее всего, один здесь и большой топ в другой комнате. Сколько швоечка. Давайте соберу. Тут же Анна и тул рефил должен быть. Угу.
Ой, надо прожиматься, парни. Так, ну я... Сейчас, подожди, нам еще одну комнату надо пойти. Подожди, нам еще одну комнату надо. Какую? Ну, вот здесь. Там, да, там еще одна комната. Вот. Вот еще один медипак. Еще один медипак на два. Возьмем. Там будет... Там будет большой, скорее всего, сейчас. Да и хуй на него. Так, подожди, что там у нас? Мы погнали с нашей стороны. Тут локер. Слышим, слышим, да. Тут tool refill. Окей. Окей. Медик, 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 медик. Четыре медика. У всех медик паки, блядь. Ну, это хорошо. Патроны. Пожмемся, выживем. Вот еще патроны на 2 на 3. Хорошо. Все, отворачивай. Справа сразу. Здесь. Да, вот вижу. Пачка должна быть. Стоп. Стоим, стоим, стоим. Там прям по очереди должно быть несколько. Еще один, он поход под нами. А это большой. Или над нами. Да, слышу это большого. Большой. Да, это, судя по всему, большой обычный. Где-то прям реально сверху урод. Нет, нет. Да, он нет. Над нами прям. Я аккуратно пошел. Он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. Стой. Вижу. Стой. Я встаю. Иду, иду к вам. Иду к вам, стоп. Дайте, подойти. Ой. Так, вот он, вижу его. Да. Стой. Тихо, стой. Тихо, тихо, тихо. Все готовы? Да. Алга. Убили. Хорошо. Так, вот один где-то либо перед... Да, стой. Вижу. Убежь? Давай. Что, там тоже убивал? Да. Хорошо. Еще наверху где-то. Сверху, да, вот напротив меня вижу. Да иди твою мать, тут тихо-тихо, мне тут закрутки, блин. Просто три урода в закрутке. Норм тема. Все же замечательно. Теперь же сам у тебя еще будет. Да, я вижу, вижу. Двое минимум сверху. Стоим. Да-да-да. Стоим, стоим, стоим. Угу. Там еще один. Ага. Так, ну это вроде все, последний должен был быть. Хорошо, вроде бы. Палочки. Хуявочки. Вот там. Пацаны. Да там Миха. Миха, конечно. Это я. Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Да-да-да. Так, я не помню, а кто светящиеся палки оставил? Часы неуважения. Да, у нас антидымку, да, нам. В жопу себе засунь, это Тайкос. Вам в жопу себе палочку засунь, блядь, светящуюся. Ну-ка, паркур. Мик, стой. Ча, стою. Не мажешь. Сейчас мажешь. Я, может, из-за того, что где-то типа, в жопе стоял. Так, ну чё, ну в принципе, вот там еще надо дверь закрытая была. Сейчас я вам дверь открою, блядь, узнаю. Гений. Вот это вот у нас открытая была. Да, да. То есть это остальные открытая. Вот эти две. А вот эти вот эти закрытые. Да, эти две закрытые. Вот это вот, по-моему, открытая. Да, была, да, 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 потому что мы из нее уйдем сразу. Да, да, потом да. Здесь вот они так вырываются еще раз, пробьют нам, да. И потом мы уже идем. Потом идем так вот чисто по прямой и заряжаем аккумулятор. Так, открыл эту дверь, надо закрыть дверь снизу, я правильно понимаю? Ой, в смысле, вот эти все двери закрой. Вот эти все закрой? Три двери эти должны быть закрыты, вот эти. Да, эти. Подожди, вот это тоже? Да. Да-да-да. Мы да, ее да не закрывали. Закрывали. Вот это. Ее выбивают вот это потом, не... ее потом выбивают да просто. Ну, окей. Вот это вот оставляем открытой. Ну. Сейчас она попробую закрыть. Сейчас посмотрю. Там только единственное, что надо посмотреть, чтобы она с обратной стороны без замка была. А... Так, это вот что? Как раз замок буду снимать. Да, я думаю, ее там все равно снесут, поэтому... Да, блять, хуй его знает. Может, мы, блядь, сейчас всю волну здесь отстреляем? А, ну тут замка нет уже, нормально. Здесь собью на всякий. Ты это смотрел ее там? Ну, да. Нет? Не, лучше открой. Так я открыл, открыл. А, открыл? Ты слушай, а, что я говорю. Сам спросил, закрыл, я говорю, открыл. Мне показалось, открыл, открой, открой. Ну,
Тогда расставляем трейлер. Обмазываемся? Да, мажемся, зайки. На так. Себя раздал, на Ваню раздать, Сидору раздать. Так у меня есть две своих. Ну тогда в себя раз. Ну. Вань, на себя раздай. Да, да. Так Маш побольше, нет? Да, 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 доводим еще вот на Ваню раз, Вань на себя, и я на себя. 60, 60, 60, 65. 60. Я думаю, реализуемо. Патроны. Пирычу бы. Патроны. Пирычу Ване и себе. Я, если что, побегу с этим. Хотя, блядь. Хуй просышь, конечно. Ну, да, я, наверное, побегу, если что, с этим... Ванька, сюда иди. Батареей. Мне кажется, лучше, типа, все тратить. По хпшке имеешь в виду? Ну, у нас еще 3 аптечки. Суммарно. Спасибо. З? Просто типа. Мы сейчас, если вообще, сдохнем, вообще, опять да. бежать да, придется. Второй это был самый сложный. Угу. Прямо так, объективно ну я себя тогда себя, ну, я вот думаю, да, а да, нужно, да, нужна ли нам, короче, вот здесь снизу турелька на старт? Я вообще думаю ее вот сюда вот поставить. Как-то. Ну, ее можно, типа, вот так поставить. Да. Чтобы он крыло. То есть я потому что здесь буду бегать между ними однозначно, чтобы светить этих педиков со всех сторон. Но ты помнишь, что у нас как бы пробежка вниз будет всей командой? Да, 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 это понятно. Типа. Потому что по факту. Если мы, конечно, все не наверху будем, ну, не внизу будем. Да потому нет. Потому что может там и внизу побыть все. Внизу, блядь, это будет такая жопа, блядь. Ну, типа, да. Объективно. Михан, классные мимасики оставляешь. Так, проверим на всякий случай. Так, ну я подсвечиваю, не подсвечиваю до первой волны теней. Потому что так, иначе, все блядь... Всё у нас здесь готово. Мы потратим с тенями, блядь, на турелях. Нажал. Давай. Понеслось. Лось понес. Нам. Куда? Так, сюда. Вперед. Вниз, вниз. Вниз. А, это, кстати, причем не общее, да. Да, команда. Бежит, вон бежит. Вон. Слева смотрите. Все, наверх. Да. Наверх. Ран, Вася, ран. Сколько там проверок было? Так, я первых подсвечиваю, ладно. Ну, вся команда. Общая, общая проверка. Да, общая. Да, да, да. Блять, угол какой-то ебанутый. Так. Тени. Подсвет, что ли, идет? Не знаю. Тени. А, тени, блядь. Не подсветил, сука. Большой идет. Где? Ага. Блять, подсветить. На проверку-то никто не встал вообще? Да. На проверочку надо. Бегаем. С тенями воевали. Да. Так, есть. Следующий чек, наверное. Одна. Да, еще один вниз. Чек. Нет, вниз. Он общий, всем бежать. Хватит, да. Нет, не общий он, да, но далеко. А, вся команда. А. Вот. 15 хп. Так, отбить. Проверка. Отбить. Отбежать. Что у нас подсветить есть? Сейчас будет, да. Давай. Поднимайтесь выше, по турели поднимитесь. Сколько их? Да. Сейчас что подсвечу? А, еще есть. Вот день последний, добиваем его. Да. Теперь пошли. Все, погнали. Выходите, дверь закрою. Давай. Здесь ломают. Плюс да, один останется. Да. Один кто-нибудь, останьтесь. Да, да, остаюсь. Бетонный? Бетоном, да. Где, сзади еще будут? Да, еще лупят. А, батарейки, здесь батарейки, один. Идите двое. Двое, идите батарейки. Я взял одну. Одну взял, надо вторую.
Так, бегу искать еще одну батарейку. Одна у меня, все, забрал. А, кто? На входе, да. Под... Давай, бежать. У меня без патронов как раз. Сзади. О, я лег, парни. Поднимайте. Блять, да. Бросаю батарейку в пизду, блять. Надо спасать. Рез. Резаешь? Половина. Да, подняли. Батарейки. Брат, ну у меня патронов ноль. Бери батарейку. Бери батарейку. Да. Все, беру. Погнали. Вань, пропускай их вперед. Да, я пропускаю. Пускай идут. Слева. Ага. Идем. Питун. Да. Идем. Блять, помехи въебал. Надо будет свапаться скоро на батарейку. Уронили. Антидым. Чего? Положил. Возрождаю, Миху, возрождаю. Поднял механа. Батарейки. Поднял батарейку. Все. Бежим. Ведите. Так, бежим. Куда нам там дальше? Сюда бежим. Давай. Там отмоемся, если что. Да. Мобы есть. Да, мобы есть. Но я лег, блядь. Нихрена не вижу. Ну так антидым кидайте, у всех же есть антидым. Так, с батарейкой. Миха кидайте. Тоже лег. Меня положит. Не, я готов. Вы же бежите, блин, со стволами. Кидайте под вперед, блядь, батарейку. Ой, этот антидым. Что проблема-то? У всех есть. Да, согласен. Блять. Я курить пошел. Последний был. Так, да, мне кажется, мы долго вала ебали с этими тенями. Так прошли и сразу бежим. Будешь больше обоих? Блять, их надо уничтожить. Ну пока бежим, типа, тихонько отстреливаем. А они нам будут сзади, блять. Смог, что поднимается все это время. Типа. Ну а что делать? Ну. Сейчас подойду, в общем. Поспал. Можно играть. Да, Кадик? В команде получит. Как получилось? Гектор, сидеть. Нет. Гектор, сидеть. Сидеть, мальчик. Давай, сидеть. Гектор, сидеть. Я здесь. Лежать. Лежать. Давай, хочу. Лежать. Давай, хочу. Лежать.
Лежать. Лежать. Если не ставь на льда, так не... Кинь его хотя бы. Лежать. Лежать. Давай лежать. Лежать, давай. Вы еще раз положили? Или не резались? Резались еще. Не лежать. Лежать. Он говорит собаке лежать. А себе лизать? А собака смотрит на него как на идиота и говорит, бля, иди нахуй отсюда. Нет, ты чё, блядь, клоун, что ли? Ну, блядь, я клоуну вижу. Не, ну ладно, типа, с первой попытки наполовину прошли, уже хорошо. На самом деле, даже ближе, чем, больше, чем половину. Типа, уже неплохо, прям. Единственное, мне, блядь, непонятно всё-таки, стоит ли ждать последнюю волну, или всё-таки её стоит там встречать уже. С этих теней. То есть мы сейчас очень долго стояли. Ждали последнюю волну теней. Это непонятненько, блядь. Блядь, ебучие тени, блядь. Мы бы уже реально, блядь, зашли уже и C3, наверное, прошли, блядь. Да, я думаю, даже бы на D1 зашли уже. С ебучими тенями, блядь. А, да. Михан, твои мысли. Здесь, да? Твои мысли по поводу последнего пака теней. Вот сейчас мы очень долго их ждали. Да, бежать надо сразу. Только не типа не прям на турбу вставить, а бежать и потихоньку отстреливаться. Типа. Не, понимаешь, то есть там будет волна. И то есть мы можем дойти до комнаты с батарейками и встать там тогда. И только там встречать. Ну, типа... Причем, ребят, мне возможно кажется, но дым начинает подниматься тогда, когда мы открываем дверь, ведущую в батареи. А не тогда, когда мы добиваем последнюю волну. Не-не-не, мы сейчас открыли, там уже дым стоял. Так он всегда там стоит. Да? Да, он всегда там ну, стоит. Ну, давай чисто ради теста, блядь. Ну, хотя, опять же, хуй знает. Непонятно, блядь. Ну, давай еще раз попробуем. Нет. Давай, запускай, еще раз попробуем. Так же встретить последний. Да нет, конечно, ты что, один раз попытались, всё бывает. Это же так вот и работа. Не, я имею в виду, как правильно делать-то, блядь, с ними. Так, что у нас? Гном. Там. Блядь, ну где ты там, солнышко моё? Подожди, а может все-таки... Вот я бы поиграл. Стой. Подожди, я бы там... Я бы засейвил лам. Ну да, я бы... Вот тут пошел. Вот он пошел дальше. Там просто надо, пачка. Надо, чтобы дальше отошел. Стоим. Не двигайтесь. Давайте я, короче, с пеной сверху на него буду сейчас слить. Вот сейчас он подальше отойдет от нас. Вы вынесете мелких-то этих, если он будет подходить, я его буду поливать пеной, чтобы вам больше времени выиграть. Или чё? Ну попробуй. Ну типа, блядь. Мы все равно рядом с чекпоинтом. Стоим. Он дальше пошел. Блядь, любое действие, они начинают тыркаться. Да, да. Он прям сам в коридоре. Ну здесь надо как-то достанет, это... Да? Не достанет, не достанет. Не достанет, давайте. Сагра. Гнома убить. Не, он еще не идет. Да сейчас разбудит, блядь. Блядь, да вы вот этого просто убейте, блядь. Надо было одного убить просто. Опа, за это. Успел, Ваня. Добить. Хорошо. Ебать, блядь, на тоненьком, просто на тоненьком. Ванька. Но я думал, не Ваня попал, моб сам, по-моему. А, моб сам или да, моб сам зашел. Вот я насрал, как бы, и все. Не важно было, главное насрать. Не, это хорошо. Типа, по факту... По факту убили. Ну? Ну, у меня есть еще на одного. Спокойно причем. 151 у нас еще медик пак, это урифил, напоминаю. Главное, мы здесь сохранили достаточно много патронов. Так, Вань, дай-ка я тебе сразу патроны залью. Ван. Давай. И здесь лежало на раз, я себе залил. А ну. Типа, у меня еще один есть. И кстати, в целом, вот это место с пены, оно нам очень полезно потом работать со службой. А оно не сгниет? Нет, оно вообще бесконечное, по-моему. Так, что у нас здесь? А у всех звук теперь как будто. Да, у меня тоже было. Но у меня причем было на выстреле на одном. Как-то через раз оно. Плоским с таким становится. Где он? Да. Ну так, видимо, я за дальним пойду. Окей. Дальний левый? Да, дальний левый. Беру дальнего центрального. Стоп. Беру дальнего центрального, возьмите ближнего. Давайте. Я все, поехали. Возьму. Ой, совсем плоский звук. Да. А где, кстати, звук? Туалет звук, блядь.
Ну. Вот он входит. Блять. Ты дорос. Ну да. Гектор, перестань. А может, подождите, может зайдем с другого входа? Подождите. Снизу. Сейчас посмотрим Вени куда. Бузит. Блять. Да вообще, он где здесь звук-то, блять? Вон он здесь, он рядом. Тань, ой, он здесь. Пена. Пена. Свернул. Все, собирать, собирать. Забрал. Тихо, тихо, тихо. Блять, звук. Ну да, да, ужасный. Звук, конечно, ужасный. Ой, ебаные баги в этой игре. Ну чё поделать. Так, чё, давай вот этих твоих. Давай. Слева двое. Дальника беру. А, ладно. Тихо, 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 тихо. Не сагрили. Ага. Так, там трое. Тихо, тихо. А чё он так, стоит-то? Как? Ну... как? Вон, видишь, они немного... Не-не-не, просто потянулся пацан. А. Они он периодически... Вон он, видишь? Ну они подтягиваются. А, это нормально или нет? Да, да, да. Это нормальное состояние их. Тут трое, если чё. Иду, иду. У меня один тут. Стоим? Стоп. Тихо, тихо. Блять, вот я не слышу, как они делают шилин-шилин. Да, 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 да. Вообще не слышу. Еще один. Кто кого забирает? Я беру правого дальнего. Давай ты левого. Стой, стой, стой. Ближнего. Стоим. Дергается ага. Левый. Ну все. А дальнего кто? Еще раз. А я беру миг. Дальнего. Я беру я дальнего. Ближнего правого. Я левого. А ты ближнего левого. Все, го. Добил. Первый тоже сел. Да. Еще один сверху где-то. Сверху. Еще слева, возможно. А, он там еще не один, да, там еще трое. По итогу. Трое в локации. Вот. Слышу. Я нихуя не слышу. Да, да. Сагрили, все. ПЗ у меня не сагрен. Ну у нас вот один. Пиздец. Так, бейте его нах. Можно немного громкости. Да, блять, это не помог. Оп! А это не поможет. Еще один сзади. Пиздец. Хорошо, что? Да. Ну, если бы не звук, вообще идеально на самом деле. Полрефил на раз. В каком месте, блядь? На венике мы забаговались. А, да. Он начал кричать и звук, блядь. Звук сломал, да? Да, да. Охуенно, блядь. И чё мы, блядь, сейчас всю катку без со звуком ломаным будем? О, две пачки палочек, парни. Охуенно, блядь. Ну, блядь, да. Ну, пока не умрем, видимо. Подожди, ну-ка, настройки, звук. Да не-не-не, братан, это не так работает. О, мне вернулось, по-моему. Да. Я вернулась. Да, да. Да, 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 получше стало. Подожди. Не, у меня ну, нет. Ну, по крайней мере. Ну я тыкаю не совсем как в жопу. Не, он. В чем я запускаю проверку звуков, то есть там есть. Ну-ка, а если проще. Их заюзали все. Давай сейчас. Не, медипак. У меня, блядь, на прям 2. Залупа. Не, у меня тоже это да, удар да. Милишкой. Это удар милишкой работает да. Нормально, а так звук залупа. Забрал медипак. Так, в этой локе все. Ну-ка, вроде как. Да нет, не вроде как. Да, в принципе. Поехали. Ну, все, да, поехали. Да, чё здесь, блядь. Есть говно. Ура. Ужасный. Да, просто да, мёртвый, да. Блядь. Ужасный. Да ёб твою мать, отъебись от меня, блядь. Блядь, я подъезжаю. О, там большой. Большой дальник. Да, да, его да, снайпер. Да. Очередной агрессив. А, можешь сразу взломать. Очередной агрессив, мы их ноль пока что собрали. В смысле, я... Точнее, мощный. Я второй каждый раз его нет, собираю. Мощный, да, а вот агрессивного ни одного еще не подняли. А чё? Вот пизда нормально работает. Да? Ну да. Нам? Ну да. Найс звук игра. Так а чё получается, до следующего винома? Ну... Который закричит. А думаешь, это сработает? Думаю, да. А, все здесь? Окей. Ну, либо смотри, либо мы умираем, типа, да. Сейчас, ну, вот, либо что.
Ну, скорее всего, мы умрем на тенях, поэтому забейте. Право. Ага. Один снизу. Стойте, стойте, стойте. Я тут болтыхался, урод. Угу. Ушатал. Снизу есть. Да, вон большой. Чой? Стоять. Подходите. Да, он. Здесь, на лестнике. Ну, он на старом месте. Вау. Стоим? Да-да-да. Угу. Всё? Берём? Да. Отлично, голову сбили. Доработать, доработать, доработать. Всё ещё не доработан. Меня положил. Найс, 4 нока, парни! А вы удары, типа? Да. Так у нас по 20 хп у большинства, я так полагаю. Да, чисто дай. Ну, нет худа без добра, парни. Да-да-да. Ооо. Бать вас бустит. Ну. Хэштег стоило того. Ну. Так, да. А точно звук вернулся? А пень его просто с ходочины вообще. А сколько пена держится? Пена очень долго. Я не знаю, сколько примерно, но... Так иди вот, залей его сразу, блядь. А, да-да, сейчас, подожди. Мне надо... Он слева. Он в другую сторону пошел, лол. Ага. Вот пидор, блядь. А по-моему звук говно. А по-моему звук говно, да. Дайте он заорёт, а, парни? Вот. Назад. Может, хоть сейчас звук нужен. Неа. О, у меня нормальный. Да, вот сейчас... Сейчас нормально, да. Свети, они, может, сейчас сзади к нему пойдут, нет? Пока рано, они еще, это еще эти бегут. А, не, вон волна, двери ломают. Батька, скакачка. Ох, ебать. Это еще две сломали? Они другого веника. Все равно считаю, что стоило того парня. Да, звук вернуть стоило. А вот сейчас можно сдохнуть, задом нормально пройти. А, на самом деле, давайте. А, ну тут как раз веник. Еще один веник. Да, да, они же сломали дверь здесь. Они же здесь сломали дверь, поэтому я тоже делаю. Минус один. Минус два, минус три. Юху! Эффективно, это было слишком легко. Не, ну а чё мы после первой зоны без утяжелителей идём как-то? Чё, я его посыпаю? Залипай его прям вообще. А сейчас только потихонечку пройду. Давайте. Заорали. Да? Сейчас. Всё. Он да. За... Он спит. Стоять? Будили. Ай, говна ты кусок. Блять. Веник посыпается. Ага. Допенить. Убили уже. А. Все, супер. Ты тоже патроны потратил? Нет. Нет, нет. Ништяк. Только пиру потратили. Он наградовый. Амочка. Я сразу его на себя жму. Давай. Все, красавчик. Свети того второго пидора. Так, здесь большой. Далеко. А, подожди, нет, здесь веном. Да. Слейперс. Ага. Слева еще не забываем. Только кого спирать? Я дальнего беру, дальнего право, дальнего право. Идите дальнего левого. Я стоим правого ближнего. Блять, ну и чё вы дружно бошку подняли-то? Ну, подожди. Пошли. Окей. Чётко. Веном разложился отойти. Да-да-да. Да, вон сопли. Стоим нормально. Может, с другого входа пока зайдём? Потихонечку. Да не, здесь удобно. Ну ладно. Сейчас я пока лаунчик держусь, но сейчас к нам зайдёт. Да. Он в другую сторону пошёл, но... влево пошёл. Не-не, он к нам, по-моему.
Нет, а, нет, 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 вниз, нет, нет, вниз, нет, вниз. Главное не разбудить, блядь. Стой. Да-да-да. Все, голову пусть, все, пошли. Этот, блядь, поднял. Стоим. Центрально уберите. Блядь. Все. Веник сейчас орёт. Да. Да. Ладно. Бэк. Блять, ну что ты, все, я остановился там. Турель поставить. Сзади еще. Сзади. Да, Вань, с тобой. Да. Ой, блять. Меня положили. Минус три. Веник надо убивать, блять. Да, веник важнее, чем мелочь. Веник важнее намного, чем мелочь, блять. Ну, давайте тогда отрабатываем, получается, первого, веника. Первого нормально? Типа второго? Нет, в любом случае, пеним веника дальше по ситуации. Ну да. Так ты вон со стороны пацанов, нет? Тихо-тихо. Просто отсюда он дом. Там маленький, наверное. Да? Нет. Сейчас. Нет. Все. Замерз. Да. Хуя он заорал. В этот раз даже миху не потратили. Четко. Типа просто в лоб зашли, блять, разъебали его. Да. Типа, че там скелетится? Ну. Голову греть вот это. Клетики, олетики ваши. Не вижу его пока. Наверное, далеко находится. Что, ждем веника или так этих-то разберем, я думаю? Этих берем. Разберем. Работаем так же, да. Рано. Типа. Ладно. Чекай. Вон он там вдалеке. Он прям вдалеке. Ну да, он прям у генераторов там. Угу. Может через лево пойдем? Да. Давайте через лево. Так, один слева, один справа. Блять, справа еще есть. Пачка целая. Стоим. Стоп. Кочевряжется. Право убью. Угу. Лево сгораем. Хорошо. Потихонечку. Дальше наверху справа еще. Один, да. Механ, у тебя еще и наверху справа. Хорошо. Еще веник один есть. Ложился. Вань перед тобой. Перед либо над тобой. Да. Да, все, веник. Веник. Веника пошли. Да. Ребят, спускайся. Иду. Do not touch the failures. Иди сюда. Сука. Не, он пошел к тем троим. Давай веник пока заберу. Блять, да, давай. Вань, будь возле веника. Если сагрится, сразу беги его пень. Окей. Прям в наглую, да. Ляжешь прям с ним. Я слежу за этим. Я слежу за агро. Угу. Можешь подсветить его, чтоб я видел? Да, сейчас дам. Ага, все, спасибо. Пошли сюда, он с этой стороны будет. Он у Пирыча, вон он. Да-да-да. Так, он аккуратно, раскладывается. Он же вверх не раскладывается? Нет. А, нет, он раскладывается. Тихо, к нам. Да-да-да. Там близко. Ой, какой идеальный момент, можно было бы было просто давай, с огнём на него спрыгнуть. Пошли. А, там трое. Да, там трое. Блять. Он обратно не возвращается. Да пеньте, пиздим. Подожди. Не-не-не, он сейчас с той стороны пойдет. Стоп. Кочевряжется. Вот кто там вдалеке, Вань, до меня дойди. До тебя? Да. Да, тут сверху идеальный вообще угол. Вот останься здесь, плиз, по-братски. Найс, идеально. Ко мне. Вниз ушел. Сюда, Вань, сюда. Да. Простой, вот, давай. Да, сейчас подожди. Где он? Там внизу. Снизу, пробуй. Нет еще. Получилось? Нет еще. Топли еще. Блять. Да. Да. Все, натыкал. Загрелись. Ваня, да. Я упал, но ног. Ага. Хорош. Да, я упал, но я положил его. Меня лаганул прям жестко.
нафига там сенсуку за босс крутит? Ну, без патронов, по-моему, да? Нет, чуть-чуть. Ну, я сейчас потратился, но вот так. Так, у меня что-то лагает жестко, парни. Да? Да, прям вообще по жести. Типа, каждые 5 секунд микрофриз на секунду. Да, но, по-моему, если ты ливнешь, то это будет плохо для нас. Я хост-лидер. Это ж ГБЛО будет. Бля, ну, может, пройдет со временем. Ничего не греет, чекни. Может, это, настройки вот графики управить, слышишь? Баканский интернет. Да нет, хуйчё, он еле греется. Бля, такое ощущение, что у тебя, блядь, комп не может засраться, блядь. Нет, ну, я понимаю, я сейчас рукой потрогал, говорю, еле тёплый. Мне кажется, больше проблема в интернете. Ну вот, вроде попустило. Окей. Так, что-то полезное нашли? Да, нашли, вижу. Где-то, по-моему, здесь мы пропустили... А, нет, там апак я поднял. А то рефил кто-то поднимал? Я поднял. Заюзал. Ага, все, отлично. Значит, мы все заюзали в этой логике. Да, поехали. Да, встаем в позицию. Да, да, встаем в позицию. Магнус, позиции, въездной. Крутите барабан. Чё они? Они прям какие-то очень плохие стали. Убили прям, мне не нравится в последнее время. Очень плохо. О, мощный. Да, он постоянно всегда здесь, да. Каждый раз его сажа. Ляпочку пропустил, конечно, понятно. Так, мы второй раз зашли. А, или третий уже. Блять, я сухую уже, блин. Секундочку, парень, кстати, я залью. А то что-то как-то это без лубриканта плохо идет эта игра. Надо, так сказать, немного смазывать. Ой, банка джижи. Хреново идет. Че? Да, это. Типа. Не разработано. Да, банкиры типа разрабатывают. Мы разрабатываем, разрабатываем. Так я ж мастер. Смотри, как тебя разработал. Металлический пятак, блядь. Блин, смотри, ему даже молот похуй. Мы его копьем, молот. Нет, ты че? Все, поехали. Вообще нам все похуй. Мик, куда полез? А что, не сюда? Ну, ладно. Извините, пожалуйста. Не, ну ты можешь, конечно, пробовать. А, они уже открыты. Ладно, извини, зря поехали. Смотри, что бакнул. Идем прямо перед нами большой как раз таки. Большой. Справа я не помню, мы его так не нашли, да? Ага, нет, вот справа не было. Стоим. Подожди, стоп. Да успокойся, дорогуша, блядь. Поехали. Я вам давай берем. Это. Есть без шансов, по-моему, чтобы он нас не ебанул, блядь. Ну. А стоп, то... вижу красного. Ага. Иду к красному. Не свети, не свети, не свети. Волнуемся. Стоит. Так, а мы дальше наверх пошли, да, по-моему? Да, но надо я по низу. Ковырял. Стой, 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 стой. Фонарик убери. Тут двое. Двое. Хорошо. А, чё, агр? Нет, веник. О, веник, веник, веник. Да, он просто над этим был. То есть наложились модельки. На датчике. Типа мне показало троих красных, блядь. Я, естественно, это. Сразу. Смотри слева. Да, да, да. Ага. Один. Тихо, 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 тихо. Где? Тихо, тихо. Это Ваньки. Бери его. Молодец. Это еще есть. Это внизу. На это, на лестнице были. И внизу еще парочка была. Ну вот к Сидору стягиваемся на лестницу. Вот, вот, вот. Снизу вот так. Поощряется. Пошли. Успокоился. Вот здесь были. Да. Здесь двое и один слева. Вот там дальше. Ч,
чоп. Тихо. Вон там дальше. Да, вот здесь вот няня. Так. Стоим. Стоп. Беру дальнего. Ближнего возьму. Поехали. Пошли. Да. Еще один снизу. Как минимум один. Больше одного снизу было. Два. Вижу одного. Ага. Стоим. Стоять, кочеряжется. Сагрался. Вот еще один. Серьезно? Да. Сагрался. Ну и че? Ну и покричал. Че дальше? Все. Лох. Вам всем пизда, говорит. Он говорит, вам всем пизда. Так, что, Вань, послание оставляешь? А? Послание, говорю, оставляешь? Нет. Пиздец. О, ебать, кислотный диджей, хей, кислотный пипл, хей, кислотный мьюзик. Ладно. Все, закончилось. Медик пак нам дает. Ага. Слот есть? Так ты как бы ама прожимайся и чё, погнали. Чё, два ама на себя? Пиздуйте тогда сюда. Кому ама надо? Сейчас. Не надо. Кому всем нужно. Тут есть ещё одна ама, да. Да. Так, прожимаюсь медикпак на себя. Стой, мед, не надо, я на себя сам. Не, подожди, а зачем сейчас-то? У нас же там еще лока. Зачем сейчас-то прожимать? В смысле? Мы сейчас дефаемся. Нет, сейчас еще мелко. Нет, сейчас еще лока. Какая? А, господи, какова? Это? Ну, что там? Ну, получше, что я попробую, идешь. Ну да, будет обидно, согласен. Вот медик. А, подожди, я могу взять его. Стоп, парни. Чё? Кто-то сломался. Это что такое? А, это что такое? А? Опять там насрал. Сейчас подойду. Это носки. Это такое? А? Плохой мальчик. Сори, здесь. Сори, гайз. Так, сейчас, дайте выдохну. Наскакал, блядь, 130 пульс. Нормально, самое то. Ну, sorry. Так сказать, по-тихому работаем. Там еще Ваня отошел. Все, здесь, блядь, пидор, ебаный. Что тебе надо? Пошли. Справа. Да, стойте. Трое справа, один дальше, левее. Даже двое, наверное. Стоим. Оп, дусоп. А где? Сверху получается. Да. Че, большого вынесем внизу или как? Вот давайте я сначала поверху отработаем. А, давайте. Отрабатывайте сверху. Стоп, ковыряется. Стоим. Вообще стоим и дергаемся. О. Ага. Тихо. Ага. Ой, ебать, у них там по здоровью по 80 у каждого, ты посмотри на них. Ага, обмазались, блядь. Ну, блядь. Сейчас ляпку получат, блядь, будут бегать 20 хп каждый. Ну вот мы сейчас на копье останемся живы вдвоем. Ага. Большой у нас, спускайтесь. Сейчас мы до конца пошли. Так, нет, никого не нашли. Там есть что-то? Щипалочка. Забей. Продано. Идем. Подходим тогда. Потихонечку, помаленечку. Ой-ой-ой, кстати. Стоим. А, вот он. Го? Зажал. Еще один моб где-то. Да где-то вот я слышал, вот прям рядом.
Не один. Да-да-да, вот здесь есть пара. Вы там осторожны, парни, чтоб мяско немножко. На ужин. Раз, мяско. Ну, тише, тише. Банджи-джампинг делал. Так, скрываем все двери. Ну, в смысле, эти замки. Ага. Бля, проверки такие уебанские в этот раз. Прям вообще не нравятся. И вообще, кстати, мне кажется, если бы мы это... с одной проверкой не протупили, мы, может быть, без последней волны бы были. Да. Типа мы так-то все хорошо прошли, только на одной проверке, блядь, прослакали. Ребят, долго. Есть вот идея, что я свою турель просто ставлю напротив двери. Давай. Против какой? Да, вот этой, с которой идут? Да, мы ее открываем, и она отчекрыживает. Чтобы не было вот этого вот взрывного импульса, когда 15 тысяч человек... А ты ее заберешь? На обратном пути-то. Мы еще раз ходим. На батарейке. Да, это проблема. Типа, да. Типа это шизи. А наверху вот здесь, типа с спировской турелью бы, пока ищут. Да. Вот в этой. Да. Как мы как бы всю дорогу так и сидели с одной турелью. А. Ну да, типа. Все, обе этих почищены. Обе зоны. Прожимайтесь. Ну не пожалуйста, да. Ну баки давайте, подходите. Патрики. Че там у Сани тебя медик? У меня есть два медика, да. Ну тогда пожимаю. Кто меня зарядил так знатно? На эти. Смотри, они у нас по 80, мы с тобой по 60. Знаешь, в чем есть хуйня по твоей турели сейчас? То, что она тени не будет трогать. Да. Ну а че? Не, давай попробуем. На. Вот здесь она просто, ну, мне не нравится, как она стоит. Ну давай попробуем, похуй, типа. Попытка не пытка, ёпта. Чё, а мапак у себя оставляю? Или в кого-то прожать? Так. Да, прожимай. Прожимай, прожимай, блядь. Типа, смысла нету его сейчас. Типа, там зарядим, если чё. Типа, это самая жопа, блядь. Мих, у тебя я-то-то там много. Вот, на. Чтобы я-то-то там побольше. Что-то у тебя, блядь, а чё у тебя сотка, блядь? А пулемёт, типа, много всегда заряжается. Ну, он не тратит того нихуя. Серёжа. Ну, конечно. Так, ну скорее всего Ваня потащит, и я, по сути по всему. Ну похоже, так, да, у нас меньше всех. Все встали, да? Да, стоим, стоим. Че у нас, одна наверх, потом вниз, да, опять? Или сразу, не, сразу вниз. Посмотрим, как пойдет, но вообще первая сразу вниз будет. Да, вниз. Вот, отстрел пошел. Да. Два. Уже третий. Да. Гром наверх. Это попадания были. Следи, Саня. Слежу. Ползут первые мелкие. В углу. Все. Я за вами. Подошли, подошли мелочи. Пока. Так, а вот и они. Они? Летун. Летун. Нет, летун. Вот, а они, вот они, они уже, да. Да, давай. Ставлю. Блядь, под нами безопасно, прям. Безопасно, смотрите. Они здесь уже все. Каню. Блядь, поймал. Давай. Ай. Шесть. Вниз. Вниз вся команда. Да-да-да. Блядь, ну и тени. Занял. Не вся команда, но... А, тень, 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 тень. Еще одна бежит с этой же стороны. С этой стороны идут. Да-да-да. Все, проверка зашла. Закончилась. Перестреливаемся потихоньку. Да-да-да. Наверх поднимемся только. Под турель. Да-да. Так, все, все, поднимайтесь. Да, все, бежим. Бежим, бежим. Я дверь закрываю. Да. Мих, турель сразу поставь. Вот развернись, поставь. Перед нами дверь ломают. Открывай дверь. Много. Много, много. Идите двое, двое, идите. Да-да-да. Бля, я еще здесь буду. Вань, иди. Тени, потому что надо подсветить.
Окей, окей. Михи, как? Да. Все, 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 понятно. Еще есть. Вы нашли обе? Али батарейки. Я взял. Да, Вань, бросай. Давай. Бросаю. А, блядь, да. Соберите уже. Все, одну. Тот. Окей. Помогайте, отстреливать. Взял. 12 хп. Ага. Бежать. Погнали, погнали, погнали. Пошлём. Двадцаточка, нормально. Я тоже. По патронам чё? Да вроде более-менее. Пока живем. Да. А, много. Блять, 8 хп. Сзади, сзади, сзади. У меня 10. Дал. Идем, 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 идем. Пока идем. Дверь закройте. Сверху, сверху, сверху. Дверь закрыть. Ага. Закрыл. Много. Работаем. Вынесли. Всё, там еще дальше будет в конце волна, нет? Вы иди, идите, идите, идите. Идем, идем. Ай-яй-яй. Кого-то положили, нет? Пирыч. Блять, меня положили. Я бегу, я бегу. Давайте, отстреливайтесь. Я же говорю, будет еще волна. Бля. Давайте, пацаны, поднимайте. Ай-яй-яй, Вань, батарейку. А? Да кто за? Давай. Тащили батарейки, блядь. Батарейки, батарейки. Чё, тащу, тащу. Вот этот баг обожаю просто. Блять, здесь. С возрождением, да, да, да. Через очко. Сзади, сзади. Еще идут. Еще идут, да. Не все, подсветил не всех. Не все. Вроде. Скопил. Все, это последний. Вроде. Пока не вижу. Ууу, зайки. Ебать, нормально. Второй раз мы их вынесли. Хотелось бы так сказать, что это было сложно, но это не было. Пирыча отмойте там. Да, это. Найдите антирад. Зайки, ну, отмажьте, я пойду покурю пока. А, у него 10%. Угу. Нахоботал, пока лежал, отдыхал. Курил там. Пойду дыману. Бля, ну это сок. Секс, секс. Да, не, да. Ну нормально, хорошо идем. Третья, как я помню, легче второй была. Да. А, Пир, иди ко мне. Замажу немного. Потому что теней не было уже. Кстати, турелька, которую я поставил, она нам помогла еще и дальше по пути. Потому что она отстреливала мелочь, которая к нам прыжка приходила. Это хорошо. 151-й. Хорошее заведение. Правда, мне осталось, блядь, 10 патронов. Ну ладно, 10 не 0. Чё по таймингам? 22, нормально. Ну только у меня в пулемете один патрон остался. У нас здесь есть амапаки, нет? Или да, но тут потихоньку как бы все равно они кончаются. Ну да, тоже верно. Я взял сюда медипак на 4, на пожарный. Да, чем тебе это АХП подымай просто. О, действительно, да. Так, давай пролистуем, посмотрим, что у нас осталось. О, арты. Вань, yeah. Дай бог здоровья. Вот ты просто мешаешь мне кнопки нажимать. Это очень неприятно, братан. Хочешь это как бы делать, говори это, я не против. Но вот в игре не мешай. Так, у нас остался всего один амапак здесь. А, кстати, я сделал еще, когда мы первым терминалом ебались. Смотрите, пингую. А, вижу. Это амапак, да? Да, насколько он? Сейчас посмотрю. На три раза.
оставляем. Так, следующей зоне мы идем. Цифры дайте. Вот сюда подойдите. На карте показываю. Что у нас там будет? 154. 154. Я слышу там Веника. Я Веника там слышу. Шлепает. 154-й классика медипак амапак тул рефил. 155-й 2 медипака амапак тул рефил. 156-я ничего. 157-я ничего. Это скорее всего не существует их. 158-я 2 целых должно быть, да. И бокс 1 пол. Там походу артефакт лежит. Либо палки. Палки имба. Акух. Блять, ну надо максимально халдить патроны. Потому что нету? На ночь. М? Которых нет? Ну да. Как бы я вот в ту сторону, что как бы время доставать ножи, парни. Ты можешь в пустыне в этой ебаной бежать. Да, и вот как бы там уже по-любому-то надо как бы дэмэдж давать. Поэтому вот 3 ампака надо сейвить. Я вот правда рил, не знаю, что делать с этими большими. С летунами большими, которые в пустыне. Mm-hmm. Потому что объективно, ну, по ним даже хитбокс другой. Так, а пока сидорка не курит? Нет, нет. Насколько я помню, надо ждать, короче, пока они раскрываются. Только так можно убить их. Это сидоровский рандаун. Мне нужен сидоровский, мне нужны нормальных людей, которые победили. У тебя нормальный интернет? Ну да, вроде что. Ну, то есть все не придет? А, не-не-не, все, не лагает, да, пропустил. Можешь посмотреть, как убивать их или как проходить дальше? Важное уточнение. Не обязательно вставать всем носкам в варпе. Первый? Да. Варп читаешь? Пока дальше. Или смотрите? Я смотрю. Смотришь варп? Сейчас закрой дверь. Так, а чё, всё собрали? Слоки? Здесь-то надо собирать уже всё. Вот. Так, ага. Я здесь. Так. Я хз, я вот смотрю, у них только летуны, короче, вообще. У них только заспавнились, да. Ну они потому что fast as fuck бой. Один чувак. Там милишные были зомбоссов в этой фигуре. Не, милишные были, тут. Они там тоже всегда есть. Я вот видос смотрю, у них нет, у них только летуны. А то уже как повезет, собственно. Бля, ну с летунами это халтура, блядь. Там просто бегай, блядь. Змейка. Не, ну там смотри, это какие. Еще один чекпоинт. После варпа первого еще один чекпоинт. Да. После первого варпа? Да. Вопросики. Нужны ли нам... Нужно ли нам сейчас чистить глоку? Какую именно? Эту. У нас здесь еще есть что хоботать, по-моему. Ну, оставим пока, я думаю. Так, а мы сюда вернемся еще раз? Ну, естественно, мы же еще вторые аккумуляторы вставим. Ну, третьи. Ну, третьи вставляем, и сразу идет варп. Нет, ну, а мы можем не вставлять, не вставать на него, не типа, вставать, и не активировать, типа, но... Да, типа. Да нет, нужно еще пройти дальше. Да, типа еще пройти, типа. А не активироваться, и мы идем по пустыне.
Не, ну, но, типа, как, похуй. Активируем тогда чекпоинта? Да, да, сейчас, да, подожди, давай. Подожди, подожди. Подожди, а что это такое, блядь? Прожму, просмотрю, что Веник дальше. Веник при заебалом ходит. Ой, бать. О, кстати, то, что он сюда заходит, это хорошо. Да, то это можно охуенно. Можно подождать. Мих, ты там все? Нет. Дайте, дайте, я досмотрю, что нас ждет. Зачем? Я. Подожди, братан. Мы проходим игру, блядь, чисто на интерес, блядь, на свой. У меня уже интерес закончился на 80%. А, тогда нахуя мы играем? Потому что я хочу это пройти. А, и все, чтобы, да? Чтобы... Нет, чтобы дальше было интересно. Так, блядь, мы вот до сюда дошли, и все, мы дальше не проходили уже. Типа с этого чекпоинта, блядь, первый вар, блядь, и все, и то мы были без патронов. Типа, да. Смысл смотреть, что дальше будет. Дойдем ему. Давай. Скан зайдет сюда или да вот здесь он, Ваня. Ты его отсюда можешь поймать. Ну давай здесь. Сейчас он. Сейчас он. Блять! Блять, ну ты чё? А он дальше пошел. Вроде чисто. Я понял, почему пацаны с ножами ходят. Да. Нож очень быстро активируется. Да, и он очень быстрый. Ну типа он. Куда лучше? Чем молот или копье? Стоп, стоп, стоп. Дайте пробовать отдыхаться. Сейчас я ушел. Там один? Да. Один сверху где-то еще. Да, 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 один сверху. Ты что, Веника да, убил? Большой, да, тут большой. Ваня Веника ебнул уже. Окей. Вань, серьезно? Да, 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 Веника убил. Вон слева еще мелкий один есть. Это мелкий, большой. Ага, слева мелкий и справа большой. А. Гибрид. Стоп, болт тхается. Его пустят. Го. Угу. Не убил, не убил голову. Меня. Нормально. Голову не убил, так убил. Так, дали тут еще есть, по-моему, один где-то. Сверху. Возможно. Давайте. Да, есть, по-моему. Либо за дверью он. Чаем, блядь, с ноги вшита. За дверью. За дверью? Да, ладно. Туарт есть. Так, а что у нас? Там. Пацаны, паркур. По какой двери пойдем? По низу? Поверх. Ну за нижний один. А где в верхний? А. Пойду в верхний посмотрю. Давай. А там веником вообще не видно, нет? Не. За... Как они это сделали? Мастер. Да короче, тематика какая? Я увидел, как чуваки, получается... Ну? Понятно. А, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Информативно. Угу. Вот, чуваки вбивают три первые буквы, и потом Tab. Сразу... Tab? Tab. Нет? Да, почему я об этом не знал? Не знаю. Это же вообще упрощает все, абсолютно. Ну да, типа ты вбиваешь верно команду. Ты первых вар так об этом не забудь. Тогда да, 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 да. Ну что, мы по этим пойдем или по низу? Да, по одному и там, ох, пошли. Ну, давай здесь. Ага, по одному. А, два больших. А, даже три больших. По одному зашли, ага, по одному. Может турели? Ну нет, на обратке. Типа мы сагрим сейчас часть. И там три больших. Да, и там три больших сразу. Бля, вот ну слушай, будет. Но с больших мы в любом случае сагрим. Есть варик еще пойти мелочь посмотреть, хотя их тут давайте. Нету, блядь. Типа один да мелкий не, здесь. Ну, почти пойдем, да, по низу. Вот там. Там вот есть там что-то, есть. Да, по мелочи. Вижу одного. Ага. Оп. Не добил. Нет. Добил. Да. Так, я за... Нет, я не пойду от вас. Ты еще один, что ли, большой? Судя по звуку, да, слева где-то. Их много здесь больших, однако. Ну, Лока маленькая, потому что... Ну, Лока маленькая. Но больших-то много. Ну что, нам обосраться теперь, что ли? Ну. О, вижу маленького. Стоп, стоим. Стою. Что ты заколебал? Давай. Вижу
выше поднимемся? Вижу большого, как справа раз еще большой и мелкий. Но не, это отстреливать надо будет. Стоим. Тихо. Большой. Да. Вот его можно взять? Да, его можно взять будет, дружненько. Поехали. Так. Взяли. Хорошо. Здесь все, типа, здесь чисто? Да, то есть у нас здесь 4 больших. Давайте у ворот возьмем одного. У ворот надо взять, да. А как ты хочешь его взять? Подожди. Типа с двумя мелкими? Как? Типа забить на мелких, мелкие заорут. А двое не за чейнстайнят, блять, большого. У нас пена еще есть, давай одного большого запеним. Пеной большой, да? Пеной можно. Давайте тогда сейчас запеню. Не хватило. А твою мать. Стой. Вань, по чуть-чуть просто заливай. Не заряжай полностью. Все равно 5. Все. А тут 3 маленьких. Блять. Не дай орать. Все. Пошел. Меня положил. А твою мать. Добейте. Побудили. Бегите. Да. Ставьте трейли, бегите. Неплохо. А вы большого взяли? Да. Я пойду. Еще одного большого взяли. Все. Хорошо. Бля, этот рывыч. Просто минус очко. Минус очков. Я, блядь, все патроны на них потратил, которые были. Да, новые на хаб. Да. Так, 154 здесь как раз амапак должен быть. И вообще все должно быть на раз. Посмотрим. Где-то аптечка была. Так, а здесь же без преследования, да? Здесь, по-моему, просто мы брали и бежали. И потом уже... Не уверен. Вот амапак. Амапак на 3 взял. Урефил на 2. Ну, надо юзать. Да. Так, Мих, у тебя там чё? У тебя нормально. 55. На себя юзает. А вот вопрос, может Ваня на раз зарядить? Подожди, а зачем? Зачем? Там дальше веник не будет. Не будет, всё? Ну, всё тогда. Ну, типа, по крайней мере, вернёмся туда, там, по-моему, что-то ещё было, нет? Да, там только мапак 1 на 3, медикпака, по-моему, 2 дезинфекта. Там турефил есть. Турефил? Нет. Есть еще. Там было 2 турефила, один на 4, другой на 3. Еще где-то медик пак. Я взял медик, нашел на 4. Так, секундочку, еще чекаю терминал на всякий случай, чтобы понимать, что мы молодцы. Эти мне двери открываются. Давайте поможем Мише найти терминал. Блядь. Миша, там терминал. Да, спасибо, я нашел. Ты лучший. Я знаю, сам тащусь. Жаль, что пидор. А нет, не жаль. Так, 2 медикпака, толрефил, амапак дальше. 155 нас ждет. Так, я здесь. Пчаны! Я бегу, пчаны! Так, справа. Давайте так, на всякий случай. Жму амапак на себя, Мих, подойди. Да. Жму амапак на пира. Перезаряжайся. И Ваня. Жму Ваню. Потому что мало ли что там будет, парни. Лучше подготовиться. Ну да. Так, ну двое справа. И так вот, рассеянно по одному стоят. На большие, блин. А, нет. Маленький. Так, я за дальним. Стоим. Я с ближним. Работайте. Вперед. Еще где-то есть, слышу. Под нами, походу. А, один перед нами. Убери. Оп. Стоим. Заберу. Беру его. Ой, ты, давай. Окей. Еще дальше один стоит. Еще вижу, да. Пойдем, дед. Стой. Стоп. Дальник. О, слышу, где-то под нами большой. А, и справа еще где-то большой.
Да, справа двое стоят. Ну, здесь... Ой, это что самый гигантский деф? Да, 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 да. Большой, большой у меня, стоп. Стоп, 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 стоп. Большой? Что, а он один? Да. Да, один. Гибрид. А может, мы сможем его забрать? Гибрида сможем, я думаю. Отходим. А, где гибрид? А, вот он сидит. А, стоим. Понял. Стоим, 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 стоим. Тихо. We got sleepers. Сейчас, стойте. Всё, ну всё. Вырубится, вырубится. Call their friends. Пусть его забьём. Всё. Не убит. Всё. Да, молодцы. Тюни. Так, смотрим дальше. Так, левее дальше. Где-то есть. То ли снизу. Да снизу, скорее всего. Либо на нас. Нет у нас. Блядь. Нет, здесь я уже. Стоим. А, вот. Большой под нами. Большой. А, под нами. А надо уйти отсюда. Отсюда уйти. Да, да, да. В другую сторону идем. Надо вот здесь лесенка есть. Вот, 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 вот. А, ага. Потихонечку. Все, стоим. Нет, нормально же. Блять, нихуя не вижу. Чей это жопе застрял? Йоу. Справа. От тебя справа. Один прям перед нами где-то. Вижу, маленького. Там еще один есть, стоим. Стоп, 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 стоп. Видите там большой? Еще? Нет, еще. Загрел большого. Да как? Я троих положил. Зачем же торопиться-то, блин? Рядом же стоял. Я видел, что они спокойные. Так нет, он здесь же рядом стоит, он же агрится. Типа, когда бьешь рядом стоящим, просыпается. Сука. Ладно, сори, гайс. Пытка номер два. Веник слева. А, да, точно. Я же веник. Мелкие. Стой. Где-то ваша сторона. С другой стороны обходит. Блять! Блять! Молодец. Молодец, Иван. У меня подробно. Умираю, умираю. Похуй. Все, блять. Да, да. Сразу умираем. Ну иди сюда, блин, по-моему, собачий. Следующий, блядь, кто еще не получил? Да, собак. Сюда, блядь. Да мы его убьем, нет? Да, походу нет. Че, на копьях, блядь? Вывезем, не вывезем? Да, изи. О, давай, на изи. Да, молодого поднимаем, блядь. Тут опять тебе приуныл. Копьем в руки бери, воюй, блядь. О, ла-ла-ла. Опа. Опа, минус я. Минус три. Четвёртый. Всё, докопились. Ваня, как ты это сделал? Блядь, случайно мискликнул. Мискликнул на левую кнопку? Да. Когда ты должен был пенить стволом? Ну, мне смешно на самом деле. Ладно, ладно, не, я его понимаю на самом деле, потому что я так уже тоже ловил, ну, не помните. Да не, бывает, конечно. Покекали. We got sleepers. Ой-ой-ой, чуть соплю не задел, блядь. Да. Стой, 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 стой. Болтыхи были, да. Болтыхи внизу. Так, Иван, я к тебе. Давай. Раскладывается. Только здесь не смогу, к сожалению. Сука, чуть не зацепил. Забрал снизу. Думаю. А его обязательно пенить? Типа, если нет, так, в голову ему. Можно в голову, можно в голову ударить ближним оружием. Я в прошлый раз так сделал. Все, минус. One dead scout. Excellent. То есть, по факту, надо его ловить просто, когда он складывается, и все, и ебало ему тыкать. Да-да-да, можно и так. Так, что у нас тут? Маленький был? Маленький вынес. Стоим? Тихо-тихо. Да, осталась эта чушка. Ну и все, погнали ее сразу. Погнали, блядь. Не добили еще. Говна кусок. Это ж не поговорили, блядь.
А какой крепкий, а? На бонусный. О, профессионал. Блять. Понял. Плохо. Подожди. Good job. Good job, блять. Вань, тебе надо было вот так. О, это та самая блока. Да-да-да. Учи больших. Так, ну сначала маленьких убиваем, да? Да-да-да. Вот этого ближнего забирай. Угу. И направо пошли сразу. Идем направо. Здесь лесенка, по лесенке поднимаемся наверх. Да, и там мелочи. Стоит. Стой. Ну, перестань. Не волнуйся, скоро ты умрешь. Да, все будет хорошо. О, блять, я побывал. Так кому? Вань, ты тоже не волнуйся, ты тоже скоро умрешь. Да, мы тут все скоро умрем. Там завтра это. Результаты выборов, если будут. Все скоро умрем. А, да? Да. По-моему, сегодня, если не ошибаюсь. Ну да, сегодня как бы. А есть предварительные оценки? Нет, но там как бы. Не, он прям. Медик пакну 4 базовые. Пенная граната. Американцы выигрывают. Пенная граната сверху. О, кстати, хорошо. Давай возьму гранату. Где он сверху? Давай. О. Давай. Могу я взять? Давай ты. Я взял. Ага. Оба. Стоим. У меня болтыхаются. Можно тогда, слышишь, можно будет, короче, в большого тогда того кинуть, около ворот или что? Да. Чтобы заряды пены не тратить. Да. Так, вот он этот. Гребаный большой, куча маленьких. Да-да-да. Подожди, а еще большой был слева. Да-да-да, слева. У меня слева. Вот он. Сразу? Так, все подошли. Да. Поехали. Нажал. Голову съел? Да. Все? Найс. Нормально в голову съел, блять. Ладно. А просто... это, видимо, 2000 в голову резко попали. Возможно. Ну, да, кстати, возможно, да. Че, идем тогда к воротам? Да. Пень вот этого урода. Сейчас попробуем. Берем маленьких, потом берем нового. Так, подожди. Прям попробуй пеной по одной просто, по тычке. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. На. Тихо-тихо-тихо. Все. А, ну да, работает. Маленький берем, правого беру. Да. Там трое. Все. Большого, да, есть только сразу. Все. Хорошо. Так, ну а здесь что? Под турельку и на расстрел. Ну, одну вопрос, какую? Так. Одну турельку поставьте только, чтобы патронов много не тратить. Да, нафига. Или она, так? Одна тролька не забирает, а за Т. Нет, в смысле, сами стрелять будем. Нет? Ну, у меня не из чего. У меня только 6 патронов. Давай, троллями. Ставили? Блять, убери ногу с перил. Ебаня такой с пистолетиком. Мой верный глок. Вингман. Ну. Так, где-то там этот. Найдете мои антидымки? Свистните. Это... Да, они там в шкафу вот теперь. Там сам. Паркур движения. Ну вот здесь это хлорфил пак. На два. Профил. Забирайте. Это можно. Да, я иду. Как я, блядь, не видел? Бля, гранатка приятная, на самом деле. Ну о, да. Вообще, да, типа. Если она прям сходу большого бетонирует, это... Вот здесь. Блядь, чё? А, о, вижу. Что это? Вроде спустился, побежался. Кривые глазки тебя не видят. Так, а мы все нахоботали? Не знаю. Медикпак кто-то здесь находил? Да, у меня четверка. Ну как мы медикпаками заряжены? Не, хорошо. Медикпак. Главное, блядь, патронов бы еще, блядь. Увидеть. Ну, там я, да, я уже взял. Я сейчас раз на себя. Нет, типа у меня что... плюс, блядь, ну как? Две обоймы, блядь. Они, Пирыча, да, и Ваню надо. Ваня, нас ты где, блядь? Три медипака на 4, я так понял, да? Алло, синие чмо, ты где? Я здесь. Найс. Че, на себя залил? Нет, я просто
не видел его прям всю дорогу. Старость, как бы, глаза уже слабенькие. А чё, мы на этой локе ёбнулись, да? Да. Да, да, да. Двое справа. Вот они. Я за дальним. Давайте, забирайте. Не добил. Я его вытащил. Так. Это вот эта большая лодка. Да, 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 перед нами. Стоп, стоп. Поболтухаются, я заберу. Угу. Фил, следующий. Там наверху еще. Да, сверху еще псы были. Не, там был большой один. А че вы этого-то не бьете? Эй, Микки. Мать твою. Я его не видел, братан. Пошли дальше. Хорош. Говорю, старость, слабость. Кривые глазки, блядь. Чё там песенка была? Хорошая, говорят. Кривые глазки. Ты большого ты увидишь? Подожди. Амик. Да. Дайте галоген. Посвечу. А, вон он. Подождите, вон он. Они снизу. А, это... Всё, я понял, что это за лог. Это вот здесь постояли, дефали, да. Да, да, да. Понял. Это последний лог. Это большой снизу. Я просто смотрю, что сверху, и всех чищу. Сколько начистил? Мы все за тобой идем. Вот троих начистил. Не, ну всех, мы... ни одного. Он может не увидел там. Ну. Может зачистить. Да, 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 парни. Здесь это один внизу там у тебя должен быть, непонятно кто. Не, нет, никого нет. Ты, видимо, под ним. Вот он. Вот. Нет, стоп, стоп. Сейчас заберу. Ладно. Следующего. Слева. Бежу. Стоп, утхай. Чё? Вижу бортом. Сагрился. Сагрился. Ой-ой-ой-ой-ой, тогда отстреливаемся. Турель. Да. Наверх, на ту точку пошли, нет? Да ну. Большого. Никого не задел? Да. Меня он убил. Микки, выше, 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 выше. Да, отбегайте выше. Там хотя бы Даник по вам не попадет. А сколько у тебя ХП? Добил? Нет, он все еще жив. Все еще жив. Последний, если что. Он все еще жив, вот только сейчас то. Бля, турели на наклонной поверхности не вообще работают. Вообще не работают. Вообще не работают. Моя ни разу не выстрелила. Ладно. В каком-то плане это хорошо, что у нее не потратила патроны. Да хз, мы патронов больше потратили. Ну, вот я так, очень много потратил с автомата на большого. А здесь и было что-то на этой локе? Да. Типа, блядь, небо тоже патроном, блядь, не мешало уже. Фингую. А, ну тап не идеальный просто. О, мопак на 4. Нашел. Это он, да? Да-да-да, это он. Хорошо. Еще что-то есть, нет? 4. Да-да-да. Стул рефил 753. Метка. Еще раз? Где? А, понял. Все, нашел. Еще что-то. 2 медипака. Бля, и хуй медипаками можно обмазаться сейчас. А мы сейчас просто обмазаем в сотку, потом. Да. И почему нет? Идем в сотку. Ту рефил на один. Медипак раз. Где? Не видел. Еще раз ебани. Больше раз, другой смотрел. Пять. Ага, понял. Медипак или что это? Да. Да, насколько на 2 раза. Юзайте. А, да-да, прожимаемся. Стой, короче. Медицину прям прожимаем. А, тоже есть. У нас у всех, кстати, медипаки только стали. Да. Так, я взял амапак. До скольки апаем? До 6. Ну, до всех. Так, чё у вас? Вань, стой. Прожимаемся на фул, парни. Ваня, сколько? 40. 60.
Ну вот смотри, 60. У нас еще. Все у нас, блядь? Не, у нас еще один. У Митина еще. Я просто амапак взял, у нас там еще на 4 есть. А где амапак, покажи. Амапак у меня. Ну где, да. где ты его взял? А, ну, вон, там. Вот здесь. Так, кого амапаком там залить? Всех по одному. Всем надо. Всех по одному? Ой, я чуть не нырнул, блядь. Ага. Сейчас я приползу к вам. Михна. Так. Ты не дал мне. Я дал тебе. Ты дал мне? Это ты мне так дал? Господи, сколько у меня мало так было. Ладно. На, держи. Подожди, да, я дал тебе, у меня не и было. И на себя, да, и на себя раз. Но в целом все очень плохо, парни. По патрону вообще пиздец грустно. Там у нас будет еще лампах внутри. Ладно. Так, еще раз чекнет локу, чтобы точно все. Да, там много агрессивный. Ее, первый агрессивный парень. Пошла жара. 0.84, ну. Так, как опять попасть наверх в этой ебучей игре? Вот меня прям дико выбешивает эта локация. Угу. Банально. Она настолько некомфортная. Так, ты медипак сохранишь, да, Мик? Не, чё вчера. Сейчас пожму. Тут еще одна есть. Да, еще один должен быть сейчас. Вот да, мне кажется, что еще один, по-моему. Да, еще один есть. Бегуй. Во. Ага. Где-то на меня прям. Он на сколько? Посмотрим. Ну как бы в принципе уже можем 2.82 стоять. Пятерочка. О, догоняем. 4. Ну. 4. Ну до сотки. Пошли наверх, терминалу все. А? Там уже обмажемся все. Так, ну мы знаем, где мы будем сейчас стоять, да? Давай сразу потроли. В какую сторону? Налево, направо? Да, вот здесь. Налево налево, да. Мы налево в прошлый раз стояли. Мы налево стояли, да. Ты хочешь у нас направо? Вот здесь две турели было. Дальше. Разве здесь? Нет, у нас мы стояли не здесь. Мы стояли с другой стороны. Да, мы с другой стороны стояли. С другой стороны стояли. Мы вот здесь вот стояли. У нас вот здесь стояли. Труба. Турели. Да, и вот труба у нас стояли. Закрывала от этих. От дальников. Да, да. Точно, согласен. Да, все четко. И вот отсюда они все перли. Да. А сзади, по-моему, никого не было вообще. Ну да, никого не было. Мы можем просто перед отстрелить. Ну. Так. Давай. На термик и обмазываемся до того. Так, еще раз. После терминала. Куда мы идем? Где 158 с двумя батарейками? Она впереди, по-моему, вот здесь. Точно? Вот она впереди, да, вот она. Ага. Так, забираем батарейки, выходим. И просто по прямой. Здесь один. Да, подожди, здесь точно есть снизу пройти? Да, нет, здесь я вижу. Да. Здесь можно прям в наглую. Ага. Можно прям в наглую. Одна лесенка справа, поднялись, пошел. Дальше. Дверь закрыта. Почему дверь закрыта? Не ебу, потому что мы с другой стороны зашли. Лучше с этой зайти. Смотри, там дорогу вспоминай. А той? Да. Я помню, что я Сусанин. Да. Даже если хапанем, у нас там все дезинфекты остались. Ну да, это понятно. Ну да, есть такое. Поднялись по лестнице. У нас еще антидымок. Много. Еще раз поднялись по лестнице. Да как бы на самом деле тут можно и. И вот мы в генератор. Все. Налево. 3 копейки. По-моему, да, там. Ну, налево. В самих генераторах, да, налево. Ваня, прав. 160, пацаны. А можно сдохнуть от того, что ты шифтишь? Ну я тоже думаю, блядь, типа там же это. Прям желтеет еще полоска. Можно, если твой персонаж зову. Ну да, так, первая часотка. Вань, ты где блядь? Я здесь. Давай, что у тебя там? Мне 60. 80. Ага. 80, Микки. А мы сейчас всех в сотку сделаем. У меня на себя хватит. У тебя на себя хватит, да, Ваня? Да. Сотка. Ну у него на 4, да. И у меня сотка. Еще останется, значит, 2, да? Да, еще 2 заряда останется. Ну, классно, как по мне. Ну, не, хорошо, конечно. Что там то, что там еще медикпаки есть? Да, можно да. Прям, знаете, можно попробовать на копиях работать. Не, где? Слушай, мелочь здесь, которая будет пробовать на копиях работать. Ну, хуй знает. Так, ну что, запускай тогда.
Ты здесь, да? Да, да. Да. По-моему, там нет Богом сначала там командного. По-моему, там сразу надо бежать. Да. А, здесь общая, да. Ага, да, да. Главная штука, чтобы в жопы не зашли, блядь. Да, да, да. Вот стойте прям сбоку здесь. Поехали. А мне кажется, они сзади. Они сзади, да, бегут. Сзади бегут. Да. Представляете турели. Беру, бегу, 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 ставлю. Ой, как хорошо дробовик работает. Так, перезаряжаюсь, встаньте. Да, встаю. С другой стороны ору вообще. Зайки! Давай, посвечивай. Да, они с другой стороны пошли. Дальник слева. Слева дальник? Да, снизу. Не вижу. Как бы под низ пробежал. Да, эти дым под нас. Давай, дали, давай. Кинул. Ага. Начинаем. Забили. Первая турель хуёво стоит. Впереди, пока нет. Сзади, 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 сзади. Да. Блять. Еще антидым дал. Ага. Блять, сзади, сзади тоже есть с двух сторон. Много мелочи под ногами. Да-да-да. Еще дым дам. Восемьдесят девять. Сейчас еще будет. Пока нету. Так, ну сейчас будет волна. Волна будет точно. Стоять слева. У меня еще. Блять. Вань, а чё ты с руки-то бьёшь? Чё, ствола нету? Какой с руки? Я стреляю. 9. Под ноги, под ноги, Вань. Блять. Ещё одного положили. Блять. Меня подняли. Закрываю, просто поднимайте. Копьем закрою. Давай. Пума, пума. Что? Все. Ну, что я скажу, я пустой за батарейками. Да. Надеюсь, нас сейчас за нами никто не будет сейчас бежать. Нет, надеюсь. Сейчас не было. Здесь только вот эта хуйня была. Так, ну я пустой. Это полностью. Что? Да. Ну иди батарейки бери. Да-да-да, я пошел уже. Ты ну, уже пошел, тоже. Видишь? Да, да, да. Взял батарейку. Не вижу. Да, я нашел. Все, взял. Все назад. Блять, а вот через верх теперь не хочется, парни. Через низ точнее. Да потому что низ уже весь дыму. Сюда влево, го. Да, лучше, чем больше, тем это. Протянем. Тем лучше будет. Ко мне, прыжок вверх. Идем. Прыжок вверх? Да, у вас получится. Здесь прям изи. Здесь даже прыгать не надо. Прыгать просто не надо? Да. Поздно. Нормально. Намаз. Так, немного в дым. Немного в дым покурим. За мной парни. Там идем. Тут же справа лестница наверх. Угу. А там уже везде курим. Да, да. И вот здесь, здесь прям резко наверх. Давай. О, воздух. А, понятно. Сколько? 64. Проходим слева. 56 у меня. Да мы вас отман. Вот
Ставь одну, посмотри, да, посмотрим. Да. Все. Но здесь всегда работало. Все, оставляй, оставляй, оставляй сюда. Оставить? Да. Да, не вставляй, не вставляй. А что? А, зарядимся, окей. Да-да-да. Пойдемте за этим. Да, отмывашки всем. Бля, патронов ноль, просто ноль. Плюс-минус так же. А, ребят, здесь есть имапак внутри, не ссать. Шо. Так, у вас-то что по этому? Все по полтосу. Ну, пока. Что-то немного есть. 4 на здесь. Давай по разу на каждого. Раз. Амапак. Раз. Два. Пацанов. Так. Так. Дети у нас. Вот один. Раз. Миха. Ира, ты где, блин? Ну, снизу был. Так, еще раз листой 145. Я тебя на себя. Блять. Остался еще один дезинфект. А, блин. А что толку от этих дезинфекций? Ну в смысле, не-не-не, а мало ли что дальше, блядь. Типа сейчас еще. Не лагать хотя бы будешь. Ну. Чем ты хп, блядь, хилить будешь? Я тебе больше скажу, здесь. Бля, не вижу. Здесь нет, здесь только полурефил. Здесь только полурефил остался. А, полурефил? Дезинфект на метке. Ага, бегу. Бегу и полурефил. И 2-2, байзовый. 2-2. Там же. Full refill 3, 3. 3-3. Так, где вы? Где Ваня? Я не вижу. Так, full refill поднял. А, вижу. Так. Кто на месте, Пир? Так. 28. Да, давай Саня. Сейчас, Саня раз. Чуть, найду спуск, блядь. Жмыхаем тоже. Хуйня, блядь. Дан 2 же осталось? Да, дан 2. Ну. А, держи. Так, порефил там чё? Ну, у меня 0, я пустой. Я сам обстанулся. Да, ты забей. Давай, стань на месте. 24 было. А. Так, порефилом чё, кого? А не стоит. Вот. Я думаю, парни, а не стоит ли нам сейчас... Фам? Да. И Ваня идет, просто под себя дает еще. Ну надо где-то ближе уже к хате подбегая. А, да. Что это вы про что сейчас не понял? Ну про то, что тебе зарядить то пенку. А когда будем уже бежать, идешь? Да. Но... Подходя к хате, ближе, ну там метров 50, когда останется начать. Потому под что себя. Я точно помню, турели в песке поставить нельзя. Она не саму хату ставить. Пробовал? Не успел? Нет, он в принципе не дает ставить. У тебя указано то, что турель типа установить нельзя. Угу. То есть там просто, да, если зафамить немножко. Ну давай, короче, я предлагаю это, зафамить Ваню на разик пока что. На разик, да. На разик меня, на всякий случай, пока в себе подержи. Потому что все равно уже пусто. Два медипака осталось, да? Ну давайте чуть-чуть. На Ваню медик точно фам нужен будет. И на одну из турелей. Ну и на себя, потому что... Там чекпоинт-то был, нет? А, ну да. Нет, чекпоинт будет после. Чекпоинт будет после первого. Понял. Теперь патроны. Я раздал. А, ты раздал. Это ты уже раздал, блин. Да. Мне пашно будет. Какая ж нам пизда, парни. 16.5 обоима, блядь. Да. Закаем. Все? Дай, давай, добавляй, блядь. Так, сразу ломимся. Да. Просто на похуях. Не стреляйте вообще, пока до дома не дойдем, блядь. Потому что вы сильно замедляете. Ты куда побежал? Сейчас здесь будет. А, чек. Да. Bioscan frame here. Бегите змейкой небольшой, чтобы попаданий меньше было. Теперь пошлите. Все, бегом. Красный съемник. Вот он, прям вот он, парни. Да. Бежать, резко направо. Кстати, хотите прикол? Я пиздел. Да. На тему. Блять, ну нахуя ты это сделал? Тебя она уже не заденет, беги. Ты сейчас ее, блять, подымешь? Нет, а в ней 8 патронов.
Есть Михин? Блять, а у нас минус так, один пацан. Ну, допустим. Если типа одна, один патрон потратится, блять, ну такое. Минус второй пацан. Ладно, ладно. Иди давай. Минус третий. Бежим, бежим, красиво. Ай-яй-яй. Пенку можно, пенку уже можно. Блять, 8 хп. Меня отцепляют. 8 хп. Блять. Блять, ебать, конечно. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Не стоим на месте. Я бегу, парни, я бегу прям до конца. Давай, давай, быстрее. Стреляйте. Пенку раскидывай. Да. Под, по-большому подстреливайте потихонечку. Ай, 4 хп. Все, турель ставь. Ставь турель. Все, быстрее. Блять, положили пирыча. Так, да. Воу! Миха здесь, Миха здесь, Миха здесь. Охуенно. Ух! Ебать, смогли. Так, проверка экспедиции. Чё? Ну, типа, все. Проверка экспедиции смотрителя, нет, спасибо. Проверка экспедиции. Смотрителя. А, вон, прогресс, ошибка, неожиданная бросая, загрузка не завершена. Да-да-да. И вот сейчас нас еще раз должно дропнуть, потому что пошло дропнуть. А, все? Нет, все? Все? Вау. Вау. А пацаны, пацанов еще грело. А потому что они допки грели. Да, скорее всего. Перегрузка, господи, вот эта вот ошибка 02, перегрузка, которая. Да. И серьезно, окей, блядь? Вот серьезно. То есть в прошлый раз мы были на самом конце. Буквально нам не хватало, да, секунды. Да. Ну а ты никогда не узнаешь, братан. Да, да, да. Блядь. Че, посмотрел, что там дальше, братан? Посмотрел, что там дальше. Хуя мне, блядь, пиратскую ногу дали. Ты серьезно? О, мне масочку новую дали. Ну-ка, крипай. Делал вроде. Ну, Вань, капюшон дали? Да, мне капюшон дали. О, Ваня Assassin's Creed вообще. Да, да, но... да. Оно сейчас, да мне, блин, разгрузку дали. А, не видно ты... ноги. Не-не-не, я вижу кусок, да, я вижу. Да-да-да-да, пиратская нога. Да-да-да. А там есть, типа, по-моему, две пиратские ноги, если не ошибаюсь. Капитан Железяка. Так ты, получается, будешь триггер. Натяни на голову гандон. Бля, ну мне самое говно дропнулось. А чё у тебя там? А вот просто разгрузка, ну типа, вот смотри. Да-да-да. Нет, разгрузка именно. Вот, а, вот, эти... вот, вот да, такой. Да-да-да. Да. А выглядит? А вот такой стал. Да не, прикольно. 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 Но. Типа у меня вообще нету сумочек. Ни одной, блядь. О, ура, мне дали на скорость биосканирования. Блядь, жалко, что это говно. Слабый сноровка лайт. Яркость светящейся палочки плюс 26. Ебой. Я, блядь, уже его готов таскать. А мощный? Урон, основное раз... оружие плюс 17. Влезит человека. Два раза. Раздали вот ногу, беру нож, блядь. Хуй. Вань, Вань, самое время, давай. А. Чё? Твою короночку. В смысле? Ну, а, изи! Да. Изи, блядь. Сколько? Ну, 3 часа полных. 3 часа полных. Ну, это из-за теней больше мы проебались, на самом деле. Да нет, на самом деле, типа, да. А сколько раз, блядь? Ну, мы 2-3, 2-3 раза. Ну, очень много раз рестартовали. Не-не-не, сегодня. Сегодня. На, да, тенях. Много. В смысле, сегодня мы сбились на тенях 3 раза. 2. А, 2, да. Ну. На третий уже вынесли. Пиздец. Главное, чтобы дальше вот этой хуйни не было. Тогда вообще будет классно. Пиздец, блядь. Ну, так. Финишное это, блядь, как-то это шокирующе немножечко. А, вообще. Так сказать, фиксируем прибыль, парни. Да-да-да. Ни хрена нормально не выспался. Пожалуй, я пойду просто спать. Чё, на выходных, там, получается, C3 пойдем или как? Да за... такими темпами, блядь, может и раньше выйдем, я... ну. Может, ну, раньше, да. Просто видишь, сейчас получается так, что у меня, как бы, я сижу эту неделю на удаче.